лечится много лет, а исцеления у него нет, то он должен все-таки задуматься, поставить себе вопрос, а может быть не то лекарство, или не то место я лечу? Может быть, задуматься надо над чем? Вот. Господь дал пятимю зрелищем. И первым предостережением Христа были следующие его слова. А порой болезнь дается не зрелищем, а к славе Божией. Порой дается болезнь, чтобы человек не грешил, потому что когда человек болеет, тогда он перестает грешить. Ну, с болезнями все понятно. Мы за все Бога благодарить будем и на пользу пойдет. Но главное, когда вам начнешь говорить пример какой, у вас всегда, даже знаю, батюшки друг друга не знают, а ответ всегда находит один. А вот, допустим, у баптистов у них порядок, почему или у мусульман? Ну, а сатана с ними, поэтому он их и не трогает. А у нас почему такая смута в церкви? У нас все кверх ногами стоит. А потому что с нами Бог, поэтому сатана против нас воюет. И рассказывает, и даже не улыбнуться, да это же анекдот рассказывает. Нет, это на полном серьезе. Вроде где Христос, там должен быть безобразие всегда, немирное состояние, невозрожденное православной церкви. Вот. Может быть и смута быть, да, но есть такие люди, которые работают над собой и работают хорошо, и достигают каких-то результатов, учатся никогда не обманывать, а говорить только правду, вот, живут целомудренно, не ругаются, не злятся, и много добрых дел приобретают. А чем это отличается? Хотя вокруг, да, и творится безобразие. Есть такие люди. Все это зависит от самого человека. Как он себя настроит? Будет ли он работать сам над собой? Если человек только уступил себе в одном, то грех сразу помрачает разум, и как звено начинает друг за друга грех цепляться. Здесь самое главное, нужно исповедь, иметь духовника и руководствоваться. Когда мы почувствовали грех, и совесть обличает, в душе появляется мрак, теряется мир, покой, и человек может скатиться быстро. Вот здесь нужно пойти к духовнику, рассказать состояние души, покаяться. И получишь благодать и тоже прежнее состояние. И вот таким путем человек постепенно, духовно совершенствуется, очищается, растет, хотя вокруг творится безобразие. И вот цель человека среди таких скорбей, поношений, всяких обид выстоять, победить все и очиститься. Но зачем сегодняшние батюшки, вот, как в вашем лице, отличаются от хороших пастырей ветхозаветных? Исповедуют даже, говорят, десятки лет в один и тот же грех у людей переворачиваете только и все. А чего бы проще-то было? Корень-то подрубить этого греха, чтобы человек позаботился родиться свыше сердца, отдал Богу, чтобы постараться иметь те же чувствования, что во Христе Иисусе, возненавидеть. Вам бы сто раз не приходилось от один и тот же сосуд, от одной грязи-то. У меня форточка следует сегодня, завтра, послезавтра, и стоит здесь какая-то посудина открытая. Посуду закрыть с той стороны, чтобы не надувало. Зато он говорит, прекрати доступ к греху. Если, допустим, человек родился свыше, как это? Ну, свинья есть свойство, хоть сто раз ее очищаю, она будет в грязь лезьте. Надо, чтобы она в овечку превратилась. Но у вас об этом даже от слова нет. Исповедовать. Все эти слова говорите правильные. А ваши чады получили возрождение? Да нет у нас никаких чад. Вы пастыри. А вы не пастыри? Ну, мы никто, мы по самой все овцы. Как по самой? У вас тоже есть круг своих? Ну нет, ну круг своих от того, что, допустим, я дома не сидел, а ходил, я нашел израненную овцу и принес домой ее. Но я не поставлен на это дело. Если я этого не буду делать, как отец Дмитрий говорит, себя говорит, личность меня никто не спросит. Я никто. Я работаю на работе. Я сторож. Или я пастух. Я был каменщик. Летом я печник. Но вы-то этого ничего не делаете. Вы должны искать самые хорошие способы доступа этой души. Как найти? Как уврачевать? Вот лечите, исповедуйте. И видите, паства не улучшается. Особенно у вас там в лаврах этих. Там бесноватых половина. Бесноватых половина. Иконы почему облепили. Улучшается народ. Растет, растет. А то, что бесноватые, приезжают, так они постоянно плывут со всех концов России. Вся Россия бесноватая. Да. И все-таки что же лучше-то? Чтобы человек бросил пить или каждый день прощать и прощать и прощать ему? Ладно, Ваня, сегодня прощай, опять 3 рубля ему дать индульгенцию. Иди 3 рубля опять. И все-таки разбить эти бутылки, доступ греха прекратить, взорвать этот магазин. Да нет, тут сила воли должна быть. Если даже все магазин взорвал, водки нет, начинают пить одеколон тройной. Кончился весь, духи начинают покупать, духи кончились, зубной порошок, порошок кончился, зубную пасту, паста кончилась. Начинает клей кипятить, но все равно добывает спирт. Страсть в человеке горит. Так вот вы до тех пор, пока он сам себя не возьмет в руки, ничего не будет. Ничего нельзя взять себя в руки. Это все равно, что утопаешь и пытался бы сам себя за волосы вытаскивать из трясины. Надо, чтобы я тоже взял его. Есть такие люди, да, которые каются, да, и Бога просят помощи. Господь помогает. И особенно, если пастырь молится за этого человека общими силами, еще близкие люди, и он сам стремится. Можно. А пьянство — это добровольное беснование. Ну, почему надо добровольное беснование, все к нам, к православному-то прилегает? Да не только к православному. Ну, все себя православные считают, сколько есть у нас все крещеные. Да это православные, я был, ни одна в кавычках православные. Ну как, причащаются, ходят. На словах православные. А на деле-то язычники. Ну вот и паста вся. На деле-то все язычники. Но никто не держит нас в руках. Говорим только те, которые еще недостойны быть просто. Но среди них есть добрые пастыри. Вот я, который, знаете, сейчас добрые люди. Добрые, которые люди ходят. Они добрые для батюшки добрые. А то, что они ненавистные Слово Божие, и как только увидит, если я с кем разговариваю, одно евангельское слово, он одному кричит «держи», а второй бежит звонить в милицию, чтобы меня схватить. Свои, здешние даже. И вот было во Фрунзе то же самое. Ненавистники Слова Божия, предатели, наглые. Вот читаешь римлянам, думаешь, все про православных говорится. Они ненавидят Слово Божие, не то, что там меня. Меня нету, другой. Пришли как-то к баптисты. А, Иисусики пришли. Все, батюшка, надо храм осветить. Баптисты заходили, осквернили. Все. А сами алкаши, пьянчушки там, воры, как этот староста, там уже, я думаю, не 1 000 тысяч рублей только нагреб там с этого. Отец, ты лишнего в голову не бери. Ты всегда будь спокойным. Никогда не волнуйся, не раздражайся, спокойно. Знай свое дело. Вот, приобретай овечек, воспитывай их, обращай ко Христу. Ты получишь награду. А то, что там тебя ругают, это по делам. Потому что мы знаем, апостолы получили от Бога такую силу благодать, они всем проповедовали, всем говорили, и думают, что все их хвалили. Нет, палками их колотили, камнями выбрасывали их за город. Мало этого. Распинали на крестах, кожу сдирали, головы рубали, злословили все желающие. Вот, божественно жить будь гонимым. Особенно тот, кто приводит души к Богу, проповедует им, то Господь допускает, чтобы они не возгордились в посрамлении, чтобы не приписывали себе, а что-то действует благодать Божия. Вот так, дорогой. И в голову лишнего не бери. Храни в душе мир и покой. Сподобался, все поругали, поблагодари этого человека, помолись за него. Только так. Только благодарить Господа, но не их же благодарить. Да главное то, что я опять указываю на то, что это паства, которая постоянно здесь же причащается, каждый их допускается, когда они Слово Божие ненавидят, враги Христовы. Я-то это принимаю, я на них ничего не имею, и рад помочь. Вот я знаю, сами покаялись, Бог может простить. Не покаялись, отче, это обман. У вас покаяние, вроде бы, языком с балабонин подошел человек, я знаю, он страшный матерщинник, из дома настоятеля не выходит. Я говорю, а что же вы допускаете? А он мне отвечает, диакон, а ты молчи, говорит, когда вот он делает алтай, говорит, делает, в это время попробуй противоречить, он говорит, топором может зарубить тебя. Бандит настоящий. И несмотря на это, он постоянно причащается, апостола читает, и все. Ну зачем же допускать-то? Я вот про что говорю. Отец, я у вас здесь гость. Я на приходе не служил. Ваши дела не знаю. Вы с этими делами сами разбираетесь. Что мне это говорите? Да я думаю, что и вас оно не лучше. Вот почему. Что смотреть на меня. У меня тоже немощи их масса. Я несовершенный, слабый, больной. И душой, и телом. Но как бы вам хотелось все-таки, чтобы овцы-то были у вас здоровые, сильные, вам приятно было быть с ними? Или все время как карантинный врач среди защемленных? Да порой бывают и прибитые из них. Они-то есть. Так уж, к своему суду скажу, выше меня. Трудятся и молят. И ведут себя хорошо. Но какая-нибудь надежда есть, что все-таки примутся пастыри за дело, и овцы будут тогда исправлять? Это суд Божий. Самое главное от пастыря что? Чтобы он не жалел себя ради народа, ради церкви. Да, сразу остановитесь. Остановитесь. Как раз этого-то можете не искать. Вы сказали вчера, говорите, придет новое поколение пастырей, и вот они начнут, старые вроде эти, которые неправильно консерваторы, сгинут постепенно. А вот сегодня пастырь молодой, говорит, и я с молодым, у нас, говорит, все обновленные, говорит, ну, больше 7 лет никто не служит, все послевоенного рождения. Но уже ни единого слова никак нельзя против, потому что я, говорит, прошу его, ну, давайте сделаем хотя бы исповедовать вечером, не то-то было. В пост придет, в пост будет, ну, давайте хотя бы псалтырное чтение по-русски, нет ни одного слова, никак, давайте купель сделаем, все молодые, нет, ни у кого нет, во всей епархии нет, а что мы будем вылазить вперед? Русость, предательство дела Божие, вот что. И где бы ни были, проехали в епархии, почти уж каждую общину знаю. В основном молодежь пришла. Но никакой ревности у них нет. Говорите, целиком, да дело Божие. Не целиком никак нет, он совершенно чужой. Он даже одного дня еще не был в возрожденном состоянии. Он еще на смоковницу не пытался залазить, чтобы Иисуса увидеть. Вот присылает, он прочитать по бумажке не может проповедь, и паства ему это не нужна совсем. Я пытался договорить ему, не надо. Но почему нет этого? Почему архиерей об этом не заботится, чтобы хоть чуть-чуть смотреть за этим? Что ты предлагаешь? Я предлагаю то, чтобы вышли перед народом сейчас пастыри все, а может быть это надо с вас. Принести всенародное ядерное покаяние, очиститься от этой заразы. И тогда Господь покажет, что нужно делать. Без этого нельзя. Вот подготовят пастыри, пусть им принесут покаяние. Ну вот подготавливаю, почему я разговариваю с вами. Вот и подготовлю. Патриарху об этом написал, архиерею об этом написал. С вами об этом говорю. Я считаю, Библию иначе нельзя, пока мы не признаемся в вине. Езра перед всем народом вышел и сказал, стыд у нас на лицах и у отцов наших. Без этого невозможно спастись никак. Невозможно исправить положение. Набрали прелюбодейный жол, начальник отпустите их. Семя святое осквернилось. Почему у нас в православии не принято молиться пастырю о нуждах церкви своими словами, как Езра вот молился? А если нет дождя, то настоятель говорит, давайте усердно помолимся, прочитаем канон какой-нибудь, или там молебный или какой-то. Ваших, почему они не молятся? Это усердно, если просто канон, он не... Ну, в церкви выработаны есть молитвы, точно о дожде, вот, о непогоде, о наводнении. Специально есть молитвы. А канона такого или акафиста, ну акафист нельзя сказать, канона такого, о том, что мы в бедственном положении, и что вместо пастыря одни волки уже остались, и давайте из этого положения выходить, и вместо овец одни свиньи, и стада лошадей, как Златоуст говорит, ходят. И вы все слова в дырявые ведра льете. Вот об этом ни канона, ничего нет. Нам уже не петь надо, разогнаться и плакать, рыдать кровавыми слезами, во что мы превратились. Мы позором для мира стали. Отец, немножко надо пониже. Не забывая о том, что не 100% церкви людей порочных, а много из них есть спасающиеся. И церковь, вот допустим ваша, барнаульская. Если бы не было Нино спасающейся, она бы была закрыта или сломана. Значит, люди спасаются. Нельзя так говорить. Так могут ответить баптисты, яговисты, все, сколько люди лет. Спасаются. Да. И любая партия безбожеская, то сколько лет мы стоим, это не ответ. Господь терпит нет, до конца ответ, всю. Ответ есть. И злые люди спасающие, Господь говорит, оставляется ваш храм пуст. Но он пуст, они продолжали служить, евреи, все. Куда уж более пустой, как сейчас. Таинство совершается. Таинство совершается, да, и аминь. Про таинство не касаемся, но таинство нам не в пользу. Больные есть, да, если спасают. Ради их. Спасаемые были и будут. Но что значит были и будут, когда нас приходят, представьте себе, что крестится в год 17 тысяч, и даже 2 человека не задерживаются. Ну, прикиньте в процентном отношении, ну о чем мы рассуждаем? 17 тысяч, и даже 2 человека не остаются из крещаемых. И выходят сразу после крещения, курят, пьют, дерутся, убивают их удавников, от них опять притаскивают в церковь. Ну, за 10 лет 170 тысяч покрестили, и 10 человек даже не осталось. Это что? Может, я... Ноль. Здесь у вас, да? По всем этим вопросам надо обращаться к архиерею. Ноль имеет большую силу, если поставлен после цифры он. Так если мы станем после Христа, то увеличим очень много то, что в нас есть. Что в моих силах есть, что я делаю. А по этим вопросам обращаться надо к своим священникам, к своему правящему архиерею. А вот вы приедете, когда со своими пасторами поговорите и скажите, да мало ли где вы бываете, скажи, я видел это дело, я слышал стон душ. Что все-таки делается? Я постоянно уже 13 лет говорю об этом стоне. И сам стенаю. Вместе с вами. Душа изболелась, все, ужасное дело. Горе нам, горе, горе. Больше ничего. Если бы моя душа не скорбела, я бы здесь не был. Кто меня заставил приехать? Я знаю, что мои родственники здесь, в Алтайском крае, не крещенные, не венчанные, живут порок страстях. Если бы душа моя не скорбела, я бы ее не приехал. Вас во имя кого называли, когда из вот, монашества постригали? Во имя Медиаланского? Да, Медиаланского. Ну вы же знаете, какая у него была ревность? Перед императором дверь закрыл. Понятно. А почему перед грехом-то в церковь дверь не закрыта? Зачем потоком таким хлынуло все в церковь-то? Из посторонних никто не смел пристать. Писание говорит, что же вы открыли двери-то для всего? Ни один канонический закон. Мы стараемся на исповеди, человек недостоин, не допускаем до причастия. Порой бывает даже и так, что человек совершил какой-то грех, ставим его в конце храма и говорим, к кресту не подходить, вот месяца 3-4, ходи только в конце храма стоит. Себя бей грудь, что ты недостойна в Доме Божьем быть. Ну а почему правила, когда вот читаем святые вселенские соборы, говорят, если кто аще едино правило изменит, да будет проклят. А вы все правила отменили до единого. 986 правил. Я ничего не отменяю. Ну как, ну и вы знаете, вот перед вами исповедуется, лично вы отменяете. Знаете, что она делает аборт, прелюбодейка, должна на 12 лет отлучена быть, а вы на 12 дней ее не отлучаете. И сколько таких? Табахуры, бритые, все лезут и всех причащаете. Я другое скажу, что сейчас на исповедь приходят, они жили не венчаны, не каялись. Аборты были? Были. Когда были? Лет 15-20 назад. Каялась? Не каялась. Что там говорить? Они храм наполняют, они в грехах еще не начинали каяться. Где-то применять апостольские правила, когда они в церковь не ходят, постов не соблюдают, в грехах не каются. Какие им там правила давать еще? Они не церковные. Правила даются только тем, которые церковные, стараются жить свято. И если подавить грех, им можно применить правила. А это сырой, необработанный материал. Так обращайте, обрабатывайте, а что же вы пропускаете вперед? Оглашенные изойдите, а у вас как будто бы новый возраст. Оглашенные приходите, скорее, спешите к чаше, которые одного дня не были оглашенными. Но ведь безумие это все. И суд и осуждение, и все причащаемся, и суд и осуждение. А вот надо вам и сделать так. Побеседу с настоятелем. Поставьте сторожа, чтобы спрашивал, крещен, не крещен, пропускал. Крещен, не крещен? Да. Все крещены, всех пропускают. Как только закончил читать Евангелие, да, закрывай двери храма, патриарх Пимен так говорит, и пусть литургия верных начинает. Ну, во всем Советском Союзе хоть в одном месте так делается? Я думаю, делается. А где? Я не скажу. Ну, потому что не знаете. Я ездил точно по семинариям, и в Киеве был везде. Нигде ничего нет, особенно с патриаршем. Там нам малый реактивный самолет может в двери залетать и вылетать, и никто не заметит, что он там прошел. Такой шум стоит. Везде торговля, везде мамона растопырился. Вам это мамона всю душу проест. Ну, конечно, Христос сказал, не можете двум господам служить, а мы двум господам алтари установили в храмах, и никто ничего не видит. Кого исповедует-то тут? И приходит торговка. Отлучаю ее сразу на 300 лет, чтобы духу тут не было. Отец, сильно-то не волнуйтесь. Храните здоровье, храните нервы, они пригодятся вам. Будете так спокойны. Но дело Божие делает. Вот Господь хорошие нервы имел наш Спаситель, и везде все выдержал. Он так как когда в доме увидел мамону, не выдержал. Ревность, говорит, снедает по дому моем. И руки его стали искать какие-то веревки, сплетать их, и стал пороть. Но нигде ни одного человека он так не бил, ничего, только торгашей в храме. Почему же ревность тут ему нервы не сохраняла? Он скот только выгнал. А людей? И людей. Так он их, наверное, не бил. Не бил, наверное. А посмотрите на любом изображении. А им по главе по копейке дал еще за то, что торгуют. Выгнал всех. Бил, выгнал их. Позорищем сделали дом Божий. А мы сейчас что делаем? Почти ни одного храма не встретили, где бы не было торговли. В Москве, кажется, только в одном храме на Рижском вокзале. Вот когда будешь настоятелем, то эту мамону поставь на улицу. Совсем она не нужна и на улице, будь она проклята трижды. Да. Я думаю, что и без мамона церковь проживет. Проживет. Вот вам же сказали сейчас, вот вы уберете все. Я бы последние 72 рубля разделил на 10 частей, себе бы оставил 1/10, а вам бы 9 отдал, лишь бы вы трудились как следует. Я знаю, что народ никогда священника не оставит. Без мамоны, может быть. Да, все. Ты скажи, потому что настоятель не любит женских услышать такие замечания. Скажи ему, ведь ящик-то с деньгами у кого был? У Иуды, но не у Христа, а на распятие прям поставили вот на сам помост, что ли, ящик с деньгами. Чем это вызвано, говорю? Неужели в храме нет места, где можно ящик поставить? Ну и сказали настоятелю, он, о, вам все не нравится, и то, и то. И стою однажды в храме, молюсь. Слышу, как грохнет, как будто взрыв получился. Смотрю, ящик слетел. Ну, слава тебе, Господи, хоть бы он в преисподнюю провалил. Народ нынче, даже те, которые в церкви, утеряли момент обращения своего, а в большинстве его не было. Вот об этом мы сейчас и рассуждаем, как обратиться к Богу, как не пропустить этот момент, когда Дух Божий касается сердца человека, иначе можно после этого 1000 лет жить, и Господь не коснется сердца. Это было, мы знаем, в Деяниях апостолов, когда апостола Павла слушал один правитель, а потом говорит, в другой раз послушаем тебя. Вот расскажи о себе. Они гордятся своим демоническим бестиализмом. Я родилась в Алтайском крае, Озерка. Можно ли ожидать от таких людей, какое жили мы перемены? В Казахстане, потом меня маленькую вывезли оттуда. Отец пришел с войны, Сталинградской битвы, раненый, ногу. Мы переехали когда сюда, в деревню, а Мутная здесь, в Алтайском крае, 90 километров. Отец стал работать в кузнице, у нас была куча детей у матери. Ну и условия, конечно, в колхозе были ужасные, голод, нищета. Улица была такая, что кругом ветер дул, щели, но отец простудился и заболел. Лукавство, корыстолюбие, злобы, исполненные зависти, убийства, рабства. В 1948 году умер туберкулез. У нас осталось 5 матери. Но в детстве я, сколько помню себя, хотя нам говорили, что Бог есть, но нам казалось совсем это отвлеченным. А кто говорил? Такой Бог, родители, и бабушка. Все же тогда были верующие. Бабушка у меня по материной стороне была очень богобоязненная и добрая. Но мы с ней не жили, поэтому я только слышала о ней. Но однажды мать меня наказала, я одна осталась дома, чтобы я никому не открывала. Человек всегда стремился к тому, чтобы знать, и как раз пришел какой-то странник и стал стучать. И очень умолял: девочка, открой. И я решилась на его просьбу открыть двери. Когда стала открывать, то кто-то взял мою руку и внезапно закрыл обратно. Я поняла, что есть какая-то сила невидимая. Ну, в общем, я задумалась над этим рано в детстве. И вообще характер у меня такой был очень задумчивый и какой-то... Я старалась уединяться в детстве сама. Ходила за речку, там на лугу сидела, да и забывала даже, где я нахожусь. Хотя нужно было нянчиться с младшими братьями. И приходила домой уже поздно, и меня отец, конечно, бил за это. Ну, в общем, эмоциональность какой-то встречалась. Потом мать заболела, когда отца возила сюда на рентген и вообще по больницам. Тогда железной дороги не было. Весной она простудилась и тоже слегла. 2 года болела. У нас осталось 5, а тетки мои здесь жили. Привезли нас сюда, в Барнаул, писали кого куда. Старшая сестра пошла работать в 15 лет. Брат уехал к дяде, а меня сдали еще 2 братьев. Братьев сдали в детдом. Мать умерла в 50-м году, когда я была уже в детдоме. Сколько тебе лет было? 10. Но я еще помню такой момент. Здесь не было прямой железной дороги, а через Новосибирск ездили в Ключи, через Татарскую. И вот в Новосибирске на вокзале меня поручили мужчине, который пил. И все, кого он вез, по домам распределял. Они все разбежались. Были мальчишки лет 15, наверное, уже. И разбежались все кто куда. Потому что он напьется, пьяный валяется. А я одна осталась. И он меня почти не кормил, принесет какой-нибудь сухой кусок хлеба, черный. И когда уже у меня кончилось терпение, я стала молиться Богу. Я помню, со слезами очень молилась, чтобы Господь меня или к матери отправил, или по миру, чтобы я пошла. Ну, чтобы только не в детдом. Почему-то я сильно очень боялась этого. Ну, и тут сразу подошел милиционер в этот же день после молитвы. Подошел милиционер и сказал: девочка, ты чего плачешь? Я рассказала все. Ну, они нашли его, этого мужчину, и позвонили сюда, в Барнаул, чтобы его сняли с работы. Но строго наказали, чтобы он все-таки доставил меня на место. Он привез меня в дом. Люди должны были бы возрасти в познании самих себя и Бога. Там я, конечно, но, к сожалению, ничего не скажу плохого, что меня всему только доброму учили. И учили рукоделию. Только лишнее основание Но я старалась, сколько возможно, в силах я старалась учиться хорошо и слушаться. Вот хочу здесь вставить. Смотрите, вот советская власть ничего не признает. Действительно, безбожное, все сатане, можно сказать, отдали на растерзание. На детях взяли заботу, учили чему-то. А вспомни же старое время наше рассказывать, это жуткое дело. Отдадут, говорит, богатым. Босиком почти зимой ходила, а когда подождет, сучка у нас ощенится, ощенят возьмем шерсть, тогда тебе носки свяжем. Ради смеху даже было. Вот разве на суде Божьем мы так присматриваем к безбожной жизни? Не будет это нам в укор и стыд. Миллионы, почти не тысячи, миллионы детей, и чему-то научать старались, и без имени Божия. А мы знаем имя Божие и как будто не слышали никогда. Повелел своим ученикам, говоря... Но поскольку Гедеон был в деревне, на краю деревни, мы чувствовали себя хорошо на природе всегда. И хозяйство у нас было. Занимались, в общем, полностью у нас день был. Была произведена апостолами и учениками и продолжалась... насыщен. И сами ремонт делали, все делали сами, приучались к труду. И воспитатели были хорошие. Очень любили нас. Но поскольку я была послушная и очень активная, то меня всегда хвалили на всех этих детских собраниях, там на праздниках, и подарки нам давали. Но меня почему-то всегда это трогало, а внутри какой-то был всегда холод леденящий. Чего-то душа искала, а вот чего я не могла, всегда томилась. Ну, закончила там 8 классов, так как я уже пошла в школу не в своем возрасте, а дома-то я не училась, то мне уже исполнилось 16 лет. Да. Мне предлагали остаться до 10 классов, но я пожелала идти в училище ремесленное. В эпоху Возрождения Ренессанса проповедь Евангелия возобновилась. Окончила училище 2 года. Духовными реформаторами, проповедниками и учителями. Приехала, а там я, значит, случилась со мной беда. Я получила расчеты, приехала сюда к брату. Он был женат. Но потом, когда я приехала, они разошлись с женой. Я осталась совершенно без... без средств и без жилья. Мне некуда было идти, потому что жена взяла и выставила мои вещи. А сестра моя старшая была на Кавказе в это время. К знакомым уехала. Я... Уже была осень, мне нечего было не одеть. Я еще не устроилась на работу, и сестра как раз приехала, и мы решили вместе уехать, потому что там все-таки тепло, на зиму хотя бы. Ну, 2 года там пробыла, сестру схоронила. Она внезапно умерла там. Я совершенно осталась одна в отчаянии. А еще сестра-то умерла. Внезапно. Скоропостижно умерла. И проповедано будет сие Евангелие во свидетельство всем народам. Я была в таком отчаянии, что тем более там было очень трудно жить. Никто не понимал кавказских народов. Вообще какие-то нравы такие. Люди, слышавшие слово спасение и не принявшие его. И я решила покончить с собой. А жила возле моря в подходе. Ну и вот, когда пошла я к морю, и что-то, я не помню точно, о чем я думала. Думала, конечно, и о смерти, что вот сейчас один раз все решится, и уже не будет ничего, этого не страдания, ему. Пошла к морю, и вот, не доходя до моря, я остановилась и не могу дальше шагнуть, как будто кто-то мне преградил путь. Я посмотрела, а передо мной лежит крестик маленький такой, нательный. Я его взяла в руки. И тут уже я не помню себя. Я испытала такие такое блаженство, что даже, это рассказать невозможно. В общем-то, я себя не чувствовала, ни тела, ничего. Чувствовала, что только одна радость. И не могла тогда не мыслить ничего, просто как будто растворилась вся. И не помнила, где я была. А когда уже я опомнилась, я была далеко от моря. И Господь отвел меня. Этой беды, я поняла, что есть Бог, но я не понимала, что такое крест. И в чем заключалось именно его? Я поняла, что есть что-то такое мистическое, сверхъестественное. Но почему-то всегда в Гедеоне еще мы рассуждали о Боге, и мне приятно были эти беседы. Но это все сводилось к суеверию. А тут я стала уже задумываться. Пришла в совхоз и спросила старушек, что мне делать, я нашла крест. И не сказала, что я испытала такое. Они сказали, что ты, нельзя его носить, ты же будешь крест тяжелый нести. Ты брось его в колодец. А ты крещеная, я говорю, не знаю. Я слышала, что я погруженная. А церкви не было, и меня не крестили. Но этот крестик я бросила в колодец. А поскольку там грузинская церковь, я не знала, что они тоже православные. Просто мысль держала, что если я приеду домой, то я обязательно выясню, что это значит. И Господь меня так вел, что в такие узкие рамки поставил, что мне уже невозможно было там жить. А средств выехать не было, потому что там заработки плохие, и русским не дают хорошие работы, а вот такие, где-нибудь в Волжице где-нибудь, или на плантации, а работа сезонная, и поэтому то, что зарабатываешь летом, проедаешь зиму, в общем-то. Не было возможности выехать. Родственники не откликнулись на мой зов, что я хотела выехать. Ну и однажды там тракторист один, он полугрузин, полурусский, ехал на тракторе и чуть не задавил женщину, которая была трое детей, но она их нажила в блуде, но все-таки для нее это было отрада и утешение, эти дети, она была такая убогая. Я за нее заступилась, я говорю, если она подаст на суд, то я стану за нее, говорю, свидетелю пойду, что ты, говорю, умышленно хотел ее задавить. Ну и он, значит, стал иметь на меня такое зло, что преследовать стал меня, что мне пришлось под замком спать. Я поехала в милицию, они говорят, мы не можем, не имеем возможности тебя охранять. Выходи как-нибудь из положения, выезжай оттуда или как. И как раз в этот же момент меня отказали совсем в работе. И, в общем, я оказалась совершенно без средств и без всего, но на дорогу у меня было. Как раз только на дорогу. И тут уже ясно было видно, что мне нужно выезжать срочно домой. Я обошла военный городок, там недалеко был, и попросила, чтобы меня отвезли на вокзал в Сухуми. Меня отвезли, и я поехала домой. Приехала сюда, в Барнаул, поступила на завод и встретилась с женщиной. И она во время перерыва обеденного говорила о Боге. Я стояла и слушала, и ничего не противоречила, ничего не говорила, просто слушала. А все остальные спорили там, некоторые даже выходили из себя. Но и она заметила это, что я молчу. И подошла ко мне и говорит, пойдем ко мне домой. Привела мне домой, а у нее мать была ревностная очень, но по рассуждению. Она всегда с таким пафосом говорила о Боге, что невозможно было ее слушать. Но она открывает сразу Библию, и мне и Даниила, и все. Но что мне это было, когда я еще совершенно и даже понятия об этом не имел. Если они не раскаются, не обратятся к нему, как... Мама стала мне внушать, что мне нужно креститься. Это я приняла, конечно, что нужно креститься, потому что у меня было такое знамение. И они как могли, конечно, были сами невозрожденные, хотя имели на столе Библию. Но к крещению они меня склонили. Я решила креститься, мне было 25 лет. Крестил меня здесь, в церкви, отец Николай. Ну, перед крещением такая была исповедь. Он спрашивал меня: ты добровольно на это идешь? Или тебя кто заставил? Я говорю: ну, мне уже 25 лет, кто меня может заставить? По убеждению иду. Но я не призналась ему, что я ничего не знаю о Боге. И как должно принимать крещение. А вот все и оглашение было. Но принимала крещение с какой-то вот такой детской верой, по-детски, что я верую и все, и значит Бог есть, а раз Он есть, Он должен что-то делать со мной. А что делать, от чего спасать, я совершенно не знала. Я думаю, если я грешница, то Бог-то об этом ведь знает, и Он знает, что делать дальше. В общем, я тогда по-детски доверилась, что ему. Ну, меня, конечно, суднули с завода после крещения, стало это известным брать-полкоме. Горосполком меня вызывали, беседовали со мной. Ну, а что я могла сказать? Просто меня Господь вразумил, и я тоже по-детски, как могла, ему ответила. И он все время удивлялся, что как это так, такая молодая, и вроде жизнерадостная, и вдруг уверовала в Бога. И как стало известно? Ты, наверное, там стала проповедовать? Или по другим каналам? А ведь паспорта-то фиксируются в церкви. Если это в церкви было бы известно, это стало где-то... Так, а эти сведения передаются туда, властям, да. Церковь доносами занимается. Тем более мы же в цехе стали вести себя не так, как другие. И в цехе стали меня преследовать, стали смеяться надо мной. Ну, это для меня была радость одна. Но я после этой беседы еще больше уверовала. А он говорит: теперь мне понятно, что вас побудило какое-то несчастье прийти к Богу. Я говорю: от счастья к Богу не приходит, вероятно, от несчастья приходит, потому что когда случается горе у человека, он не бежит в клуб, а все-таки бежит в церковь. Ну, вот. Так понемногу Господь не открывал. Но после этого крещения, конечно, у меня страха не было Божьего, ничего не было. Я как оставалась, была грешницей, так и оставалась грешницей. Но они отвергли его водительство. А потом эта женщина, она была знакома по работе с одной баптисткой. Не на согрешивших ли. Она сказала ей, что есть человек в Барнауле, который знает Библию, как ее толковать, и он не только знает, но и старается жить так, как должно, и ходит по домам, всем объясняет, как должно жить, как должно веровать и знать Писание Священное. Я говорю, это как раз то, что мне нужно, потому что, приходя в церковь, я редко очень ходила и исповедовалась. А как исповедовалась? Приду и думаю, только бы это... Батюшка не узнал, какая я грешница. Он меня накроет и петрохилью, а мне: ну, слава тебе, Господи, что я тоже не сказала ничего. И что он мне разрешил причаститься. Но впадала в грехи, может, еще больше даже, чем было. В общем, жила такой же, оставалась такой же. Ну, уже... Сейчас, наверное, тоже так же каешься, да? Нет. Что говоришь? Ничего не таишь. Если перед Господом, видите, у нас общие исповеди, все. Но так, чтобы исповедаться и рассказать всю жизнь, я так еще не исповедовала. Потому что у нас нет такой возможности, а у меня духовника нет. Я просила одного священника, он отказался. и уехал. И рассеет вас Господь по всем народам, Господь пошлет, и останетесь в малом числе между народами, вот, которым отведет вас Господь. И я стала... А мне не нравилось никогда вот этот порядок в храме. Я приду и хоть и верую, но, кажется, мне это не нравилось. Думаю, как можно так вести себя? Я приходила в храм, у меня такой трепет всегда был. Я стояла всегда, даже не шевелилась. И даже говорили мои подруги, что, говорит, стоишь прям как свеча. Потому что страх был. Вот именно в храме, но в отношении к жизни вот так. Жизнь была очень беспорядочной. Ну вот я стала ждать этого момента, когда она приведет этого человека. И потом верное воскресенье однажды мы шли из храма, вышли из храма, и они вот с Надей стояли. И Надя говорит, ну вот, еще жаждущая душа на меня. А мне интересно это слово показалось. Жаждущее, такое значительное. Мне очень понравилось. Мы сразу пошли пешком к ним. Когда пришли сюда, в эту комнату, они стали нас угощать. Мне так показалось, что вкусно. Необыкновенно было. Какая-то радость на душе, умиротворение. И он стал нам читать Евангелие о событиях этих верного воскресенья, вход Господень в Иерусалим. И все так жило, представилось, все так, как будто я участвовала в этих событиях, тут первое Слово Божие коснулось, вплотнулось сердце моего, что это именно живое Слово, жизненное такое. В каком году это было? 10 лет тому назад. В 1953-м. В этой же комнате? Да. Но говоря об этом наказании, Господь одновременно дал израильтянам следующее обещание. Когда же обратитесь к Нему и будете хранить заповеди мои. Думала, когда мечтала, что у меня будет семья, и я буду веровать в Бога, только чтобы у меня муж был верующий. Но вот это, опять же, ибо так говорит Господь Бог. Это женщина, которая меня привела к крещению. Они меня и познакомили с одним. Мы тоже считали верующим. Но он был такой же верующий, как и я. Но семья у них была верующая. Мать, отец, а сестр нет. Но он был такой застенчивый, тихий. Да. И вот мы, значит, с ним стали встречаться. Он тоже уже был в годах, на 6 лет старше. И мне он не понравился, потому что, думаю, скрытность такая, она меня всегда вызывала мне подозрения. И потом он не стремился ни к каким знаниям, ничего, а вот так жил, как есть. Работал на заводе. Я говорю, ты хоть... У тебя есть хоть какое-нибудь стремление, какое-нибудь знание? Он говорит, нет, я всего 4 класса закончил, учиться не собираюсь. Я не поняла его в то время, что его влечет. И у него интересы, просто живет человек. И мне он не понравился, думаю, нет, не буду. В общем, мы разорвались, мы эти отношения. И через 2 года опять возобновилось. Он не женится, не женится. Ну, родители говорят. Все-таки, может быть, они поженятся. А я говорю, ну что ж, теперь годы ушли, конечно. Мне хотелось познать Бога, думаю, я через них хоть о Боге узнаю. И изменю свою жизнь, потому что не было уже выхода никакого. Думаю, сколько можно грешить? Уже стал противен грех. Я однажды ехала туда в вагоне, работала на железной дороге. И так искренне сказала, Господи, когда же ты скажешь, что хватит уже, ну, все это, положишь конец этому греху. И я почувствовала, что моя молитва куда-то ушла туда, в небо, и Господь дал ответ. Тепло так стало на душе. И с тех пор вот Господь меня повел. Но внутри все говорило, не нужно, этот брак не нужен совершенно. успокоил, потому что внутренний голос всегда говорил: не надо, не надо. А я почему-то шла, как будто кто-то меня толкал. Не могла никак себя убедить в этом. А когда поженились и венчались, родители настояли, чтобы мы венчались. Ну, меня это, конечно, тоже прельстило. Как же? Обязательно нужно, раз я уже верующая. Было организовано 6 крестовых походов. Ну, такой же верующий, как я. Когда мы поженились, то он как будто еще хуже стал и стал меня звать в театр. Я говорю: пойми, что мне уже это противно, я не хочу в театр. Мы пришли в театр, я думаю, посмотрю на его выражение, что на его лицо пойму, что его интересует. Смотрю, совершенно отсутствующее лицо, ничего не выражающее. Я говорю: ну как ты понял спектакль вот этот или что смотрел? А он никак не понял, просто лишь бы пойти вот поглазеть на людей. Я так поняла, пустота. Никакого анализа он не давал никому, никаким событиям. Но Божий час пробил. Недалёкий человек. И стал мне даже запрещать, а у меня вот эта вот женщина, которая подруга, я её считала, или крёстная мать теперь уже, сильно заболела смертельно у неё. Я говорю: ну я хоть к ней схожу, навещу, ведь она же самый близкий мне человек. Он мне не разрешил. Я тут поняла, что совершенно неверующий человек. И родители стали меня упрекать, мать особенно. Но я была ужасного нрава, дикого, ну что... Все растет, жизнь растерял. Все, что было доброго, оно спряталось куда-то на дно души. Но мне, конечно, надо было бы объяснять все, как я в семье уже не жила давно. Не стали вроде меня притеснять. Я стала спорить, не надо было спорить. А смирения-то не было. Ну, мать стала меня оскорблять. Я собрала вещи и ушла. Когда ушла, то почувствовала какое-то такое облегчение, как будто гора с меня свалилась. И тут Господь вот познакомил меня с Игнатием, открыл мне путь. А он сейчас где? Женился? А он женился на другой, да. Значит, живет прелюбодеяние. Да, я ему говорила об этом. Да? Значит, ну, я когда исповедовала, то... Господь мне сказал, что грех на мне. Я молюсь о нем. Вот когда ты услышала живое Слово Божие, какие у тебя тогда чувства были вот этот день? Как ты помнишь? Что особенно тебя тронуло? Какое место? Ну вот это событие, что Христос шел, вот, ну я просто как будто я была участницей этого события, и как будто я тут поняла, что Христос, вот именно мой Христос, вот ты заострил на это внимание, что каждый должен лично встретиться с Ним. Но у меня и трепет был какой-то, что я еще не встретилась. Ну, здесь не опишешь, ну, не расскажешь, какие были чувства. Но то, что я поняла, что теперь я уже как бы открылись глаза, и я увидела, что нужно только к Евангелию. Я начала, конечно, плачь о грехах, и вот уже 10 лет плачу. Но еще поразительнее то, что этот род людей превратился... Дома очень много плакала, да, молилась, старалась. Старалась вникнуть в каждое слово молитвы. В безбожных странах они в качестве государственных... Ну как ты думаешь, что Христос простил тебе грехи? Да. А на чем твоя уверенность это? Религиозный путь. За 20 столетий до нашей эпохи Священное Писание предсказало, что в последние дни такие кощунники появятся. Что тебе это внушило? Ну, у меня бывает вот какое чувство. Чувство, я не могу сама себе простить вот это вот пошлость жизни, потому что я, у меня были такие противоречия в душе всегда, что я не хотела никак грешить, а шла как будто какой-то рок был надо мной. Я всегда шла со слезами на грех. И всегда каждый грех почти оплакивающий, когда неверующий. было. Но думаю, почему так получается? Я хочу жить нравственной жизнью. Еще с детства мечтала стать учительницей, если не хотела. Думаю, я буду любить людей, буду помогать им, быть нравственными людьми, а пошла совершенно другим путем. Отвечая на подобные заблуждения, апостол Петр говорит, и спрашивала даже этих вот атеистов, коммунистов, говорю, вот вы говорите, что я хозяйка своей судьбы, а почему же я не иду тем путем, каким я хотела, а все получается наоборот. Господь мне показал самую отвратительную сторону жизни. На самом грубом духовном невежестве. И я на своем пути никогда не встречала верующих. Вот что удивительно. И 1000 лет как один день. Ну ты хочешь, если жить, учись, убеди себя хорошо. Ну, правильно они все говорили. Но почему какая-то как будто невидимая сила меня толкала на этот грех? И когда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Ну а теперь это прошло уже столько времени, уже 10 лет. За это время что в твоей душе? Мир стал или наоборот у тебя больше еще терзаний, тем более стало ты видеть в обнаженности всю нечистоту, всю скверну этого мира. И там, где ты не обращала внимания, сегодня все это как-то обостренно, болезненно чувствуется. Ты уже здесь сколько страданий лишних приобрела, а говорят во Христе покой. Ко Христу. Таким образом, он продолжает создавать церковь свою. Какой, конечно, новые живые камни, дом духовный, создаваемый всех рас, племен, языков и народов. И какая-то уверенность, что именно Христос сам. А так вообще терзание. Но приходится очень много молитвы с чувством. Господь, если открывает мне, какая есть, я часто забываю, потому что очень много радости дает. Общение вот это все. И вообще эти годы очень много Господь открыл, переполняет всегда радостью и страданий посылает мало, кроме того, что я страдаю телесно. Ну, это я считаю, что это мне так нужно, потому что я грешила, но это меня не удручает. Но страдания духовные гораздо больше, конечно, душевные. Часто так, совершенно непригодно для исправления. Но Господь открывает, когда ясно вот так вот, что я есть, что бывает сильная молитва. И тогда наступает мир, тишина. Ну, то, что по детям судят об отце, часто говорят, вот смотри, никого не воспитал. Но часто люди, я слышал такое, что если Христос говорит, Бог ваш такой же, как вы, то я не желаю верить в такого Бога. То есть по нам люди судят о Боге. Так и написано, говорят, ради вас хулится имя Господь. Через это время узнала многих верующих, ездила уже в разных городах. Здесь видишь вот все, что делается. Как ты это увязываешь с тем, что есть в Евангелии? И не разочаровываешься ли ты в том, что примкнула не только ко Христу, но и к какому-то обществу? Что пример буквально взять-то негде. Нет, я ни одного дня не пожалела, что мне Господь открыл именно такой вот прямой путь. Любовь к Евангелию. Я заучила целый текст наизусть. Из Библии очень Слово Божие полюбилось, и даже вот целые главы Господь давал так, что прям сразу ложились мне в сердце, и все основные псалмы такие. Ну, в общем, я очень остро ощущаю недостаток в людях вот именно молитвы, горячей Богу, и любовь к Слову Божию. Не хочется всем об этом говорить. Но у всех пути разные, и поэтому приходится быть исходительным к людям. Но Господь мне сразу с первых лет, я уверовал, дал мне скорбь о стране, о России. Дал через откровение, через сны давал увидеть падение православия, России и вообще человечества. Эпоха закона уступает место эпохе земного служения Христа и его искупления. Горячую молитву об этом через пророчество давал мне, что мы есть. Слава Господу за это. Очень благодарна, что мне Господь недостойный, только открыл. Всем повсюду покаяться. Ну вот если бы ты верила, просто как раньше ходила, бабушки верят, пришла она, побыла, затеплила свечку, спокойно постояла, ушла, ни во что не вникать, ведь нас к этому же и батюшки призывают. А ты вот тут связалась с такими, что ни днем, ни ночью, говорит, покоя нет, как не приедет, все, говорит, поставить на ноги, как отец говорит. Сбаламутит всех, и ты тоже страдаешь своим здоровьем. Тебе ли тут уже в эту заваруху влезть? Не следует ли все-таки еще раз подумать, что может в самом деле там сидеть, у тебя икон много, свои килейки, да и ни о чем не скорбеть, а знай свою душу, да молись. Ну, если это будет, что даже придется сидеть, то я знаю уже, какое мое будет служение. Значит, просто Господь дал такую ясность, что где бы я ни была, где бы, я просто молю о том, чтобы Господь дал мне именно приложить полную силу мою, где я могла более всего от меня отдачи. И жду этого момента всегда, всегда в ожидании. Если Господь и отнимет и квартиру, и там, ну все пусть. Но я все-таки, у меня мечта, что Господь меня поставил на то место, где я бы больше всего принесла пользу. Но стараюсь, а верным малым будет верен. На многим поставит Господь. Поэтому я прошу Господа, чтобы Он все стороны моей жизни так освещал, чтобы мне быть верной в самом малом и видеть в малом великом. Одна игуменья женского монастыря много делала наставления своим сестрам. Постоянно говорила, воспитывала их. Они все такие же, какие были, такие остались. И потом, когда она получила от Бога молитву, мир в душе, то она уже не стала им ничего не говорить, а стала молиться. И она увидела плоды своей молитвы. Когда она говорит и молится, это огромная польза бывает. А если когда мы мало молимся, а много говорим, польза мало. Да, я этот недостаток вижу, что когда много говоришь, что бывает пользы мало, потому что я, если внутренне я сама себя не исправила еще, то уже так большой. Поэтому я стараюсь говорить и на работе, все меньше, но больше примером показать Христа. И порой очень скорблю, когда не получается, что я как будто выдаю себя, свои знания, а Христа нет. Тогда это печально. Ну, у меня очень такой медленный путь, потому что мне самой во многом нужно исправляться. Очень трудно приходится идти. Но Господь дает силу, не оставляет меня. Но часто я слышал это даже упрек от архиерея, моей сестре, от священников, когда говорила, куда едете. Кому обратиться, тот обратится, у Бога уже назначено, нечего говорить, ты молись. У Бога уже вперед назначено. От того, что ты будешь говорить, ничего от этого не меняется. Просто призыв и настойчивый призыв к тому, чтобы вообще никому не говорить и не возвещать, а сидеть дома и молиться. Ты как испытываешь, так это или нет? Нет, я всегда чувствую потребность и молюсь о братьях, чтобы Господь дал выход нам всем в люди, чтобы народ спасти. Русские обратились, а России молились всегда, чтобы священство было евангельским. Если православие возродится, то не будет нужды ни в каком сектанте. Но вот сколько времени ты уже после этих 10 лет посещала сектантов, я знаю, ты была у баптистов, посещала их. И кроме поношения от православных за это мы ничего не имеем. Нас называют православные баптисты, гонят, и вот вы Божьей Матери, не почитайте себе, уже это и архиерей в глаза говорил, хотя уже 100 раз объясняли, и священникам, и ему, что этого никогда не было сказано. Ты не пожалела, видят у сектантов этот порядок, чистоту, взаимовыручку, наученность, что ты находишься в православии среди такого народа, который с великой натяжкой можно назвать сказать верующим, потому что более половины людей просто посетители и мимо проходящие. Так, по пути на базар заскочили к чаше. Но в очах Божьих они дороже, и все равно, чем сектанты. Ну, это батюшкино паство, он обязан так говорить ее. Ну, а как думаешь сама-то, не пожалела ни разу? Нет, я не пожалела, что я православная, но когда ходила в собрание баптистские, мне всегда была скорбь по ним. И вот я видела просто за свой число, что это дети, сироты. А поскольку я сама сирота, то у меня о них скорбь больше, потому что православные, они все-таки хоть и грешат, и ведение имеют, как должно боги, но они в доме. И не все православные грешат, и живут свято. Ну, понятно. И не все свято-баптисты живут, и там грешат, еще и как грешат. Дело не в святости, может быть, даже, а в том, что они за пределами церкви. И если я чувствую материнскую любовь к ним, как детям-сиротам, то у меня молитва всегда. И я всегда испытываю скорбь, когда приходила в собрание. И Господь мне открывал, ну, не хочу хвалиться, Богом хочу хвалиться, что я понимала их проповеди и видела в этом больше, нежели они видят. И однажды мне Господь дал возможность помолиться у них о том, чтобы Господь их привел в познание истины. Они меня не поняли. Это было, конечно, скорбно. Они говорили, что это ты молишься? О чем ты молишься? Молись о своих грехах. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями. А ты что, вслух молилась? Да. Молилась, чтобы Господь их привел в православие или как? Я не молилась, чтобы в православие, так, не говорила этого слова. Но я говорила им, откроем, Господи, истину, чтобы они не раздирали тело твое. Ризы, а я не сказала тело, надо было тело сказать, им бы более понятно было. А я выразилась еще слабо. Сказала, что они раздирают ризы, потому что деление вот это неугодно Господу. А они поняли меня так, что я молилась, чтобы Бог разодрал священников ризы. Хотя этой мысли даже не было. Они посчитали меня, что я уже приближаюсь их обществу, и говорили, что она ходит туда-сюда. Ну уж примыкала бы к нам. Но никогда даже в мыслях не было, чтобы мне там быть, потому что я всегда чувствовала тяжесть их состояния и скорбь о них. И радовалась всегда, выходя, что я на месте и в доме, что Господь меня здесь родил в православии. И когда мы ходили с Игнатием на беседы к ним, то мы всегда радовались, и он говорил всегда, как хорошо. Там баптисты, да вообще у сектантов, там Слово Божие читают, разбирают, но разбирают его неправильно, в извращенном виде. В этих церквях только организация, а православная церковь это полноту благодати имеет. И здесь уже в церкви нас идет молитва. И, конечно, каждый христианин православный, он должен дома постоянно изучать Священное Писание, жить и по Священному Писанию спасать. А церковь уже по правилам должна, конечно, воспитывать через пастырь, через духовный очаг и давать таинство, через которое человек спасается. А у сектантов таинства нет. А где таинства нет, там нет. Ну поймите, отче, я их не рассматриваю не как просто сектанты. Я не хочу эти... Как заблудшие. А я рассматриваю, что это человек, и он оторван от церкви. Что он отделен от Бога. Что стена стоит преграда. Не всегда, жаль. Потому что они все-таки верят в Господа и любят Слово Божие, и молятся искренне. Ну вот 10 лет уже прошло православие у тебя. За это время молитву приобрела? Как? Молитву приобрела? Любое время можешь стать молиться. того Бога, который вдунул свою плоть молитву приобрела сюда. Выражение, понимаете, выражение такое не евангельское у вас выражение, и на него отвечать нужно десятки раз переспрашивать. Молитву приобрести ее невозможно, то есть дух молитвы такое есть, а мы постоянно, как написано, постоянно молитесь. Это у тебя есть? Дух дышит где хочет, и поэтому духа молитвы я не прошу, как написано, а благодарю Бога, что есть. Когда и сухая молитва была, я благодарю, Господи, недостоин, значит, я. Но когда посещает дух, то я знаю, что я должна сама возгревать эту молитву. Это только от меня зависит. А Господь даст духа молитву, Он знает, когда дать и о чем помолиться. Сказали, что изучайте Писание, чтобы поступать. Я вот уже 21 год верующий, и скажу, больше противодействия, когда начинаешь поступать по Евангелию, как со стороны священников. Ни от одного сектанта, ни от коммунистов, ни от кагебистов я не встречал. Самое большое сопротивление по-евангельски поступать, когда начинаешь, это священники. Предают власти тебя, вызывают органы, поносят, грозят отлучением. Меня уже несколько раз и отлучали, и в Москва вмешивается, и архиерея, и всего. Единственное то, что когда подойдешь к пастырю и попросишь проповедь, это считается посягательством чуть ли не на все устои православия. Вы сказали, все это верно, но на практике мы нас и на себе испытали, на нашем хребте орали оратые. Выход из этого, опять один, умолять Бога, чтобы Господь дал возрожденных пастырей, как написано, из священников многие уверовали. Священники у нас в евангельском смысле неверующие, это просто наемники, исполняют требы исполнители. Но не служители слова, служители это алтаря. Они знают совершить литургию, совершить причастие, здесь все истина, да и аминь. Но это не служители слова. Слово для них это чужое, непонятное. Из 10 священников при архиерее, и не сам архиерей бывает, единого слова не скажет. А народу, я посчитал только в субботу, больше 100 человек молодежи приходит. У них, если бы была хоть, ну, только подобие любви к народу, они бы обязательно разорвали эти оковы, узы. Вышли к народу со Словом Божьим и сказали, как ответим мы, только Дагин сказал, за то, что нам при рукоположении вручил Господь такую власть, а зайдет человек к сектантам, ну, Слово Божие звучит, Янис вчерашний преображается, а у нас хоть вот я встречаюсь сколько, какой был человек, он замер, окостенел в этом состоянии, нет очищающего слова. Нет все поражающей проповеди, которая искорнила бы из нас грех. Все чуждое. И поэтому душа скорбит, томится и так вопиет все время. Если бы это где-то было, то там, где я нахожусь, в Доме Господнем, и говорится, я вижу ужасное, все столы наполнены отвратительной блевотиной. Ведь это говорится о Доме Божьем. О чем угодно рассуждай, пожалуйста. Вы не берите всех священников. Есть много из них православных, верующих, имеют страх Божий. Мы сейчас говорим только об одном, не о том, что имеют они страх Божий, когда они стоят перед алтарем, но что нет любви к народу, они оторвались, забыли, кто они есть, а вернее, и не узнали. Если бы она в тот день, когда крестилась, имела настоящее понятие о Боге, она бы не блуждала еще столько лет, она бы не купалась, не гвоздалась в грехах. Вот где наша обида и скорбь. Сколько я до этого учился здесь с техниками, приходил иногда в церковь, я видел свечи, те же самые кассы стоят, тоже проклятые рогатые мамоны в церкви тогда уже здесь властвовал. Еще это было в 67 году, но я ни одного слова не услышал о Христе. И верующих я впервые встретил среди пятидесятников, но не среди православных. И приезжал в семинарию, и думаю, я никогда не думал, что придется встречаться так вот близко с батюшками. Но в близком общении с семинаристами первый же год, когда приехал, стал задавать вопросы по сектантской стороне, об иконах, ну так меня научили. Они ничего не могли ответить. И я понимал, что Слово Божие, Библия, она не принадлежит православию. Эта книга принадлежит только сектантам. Вот это я с первого дня понял. Но потом встретил батюшек, которые имеют в руках Библию, но в достаточной степени, чтобы они любили и на Библии все строили. Могу сказать, еще ни одного не встретил за 21 год, хотя знаю уже протоиереев, кандидатов этих богословских наук. Все какие-то у них присказульки, сновидения. Ну, сновидениями вразумляем, и согласен вот. Но одурели все от этих снов, оглупели эти бабки. Она с Богородицей в обнимку ходит, там от нее Божья Матерь из дома, из кельи не выходит, а живет беспутной жизнью, ворожит и что попало делает. Почему нет тоски о святости жизни? Почему пастыри об этом не радеют? Сколько с тобой рядом было людей за это время? Они все могли быть в Церкви Христовой. Это у нас сколько приобретено, это вне Церкви. Получается, что одна какая-то вот эта комнатушка, ее даже трудно комната назвать, конура какая-то, она приобретает больше, нежели Церковь за целое десятилетие. В чем дело? Ну неужели непонятно, что живое слово меч обоюдоострый привлекает людей? Если верим в какого-то Бога. Отче, вы должны все-таки это осознать, и в вашем лице, может быть, Господь положит основание обращению священников от мертвых этих мышлений к живому слову, чтобы единое слово царствовало. А у нас так, как будто кроме вымыслов человеческих ничего не осталось. Кто сказал, вот этот духовник сказал, но ни разу не сошлются на Слово Божие. Ну даже вот в беседе с вами, вот сравните, вчера рассказывал, из сектантов пришедший человек, обращение, и свое сравните, как оно выглядит. Блекло так, никого не привлечет, это ну был, опять прошло время, как-то идиот человек, не знаешь, где Божье научение, где Господь коснулся, когда человек обратился, где этот был переворот, перерождение, родилось дитя, не родилось, никто не видит. А здесь конкретно, он мучился, он страдал. Я испытал это на себе, могу говорить. Именно так, я с детства был верующим, но до момента, пока Господь коснулся сердца, я тогда понял, тогда я был неверующий, я только был гогиенный. Но теперь передо мной стоит во весь рост надежды спасения. Благодарю Бога. И почему с пасторами, когда говоришь, они не хотят этого понять? Видимо, миллионы вот этих поклонов, десятки миллионов прочитанных вот этих молитв, они заслонили духовный горизонт. Они ничего не видят в этом. Это механическое повторение, вот в меленку, как у буддистов превратилось, видимо, вращает меленку и все. Достаточно несколько слов было сказать: «Встань во имя Иисуса Христа и ходи». И человек исцелялся. Где это сейчас? Мы не готовы. Ну, это хорошо. Ты вот читаешь Священное Писание, изучаешь его. А можешь ли ты так сказать? Встань, возьми посету и иди. Я иметь дерзновение сейчас в данный момент не могу, но приходилось так. И в вузах везде приходилось говорить. Но что от этой жизни, сказать, вот лежит человек мертвый или хромой, это ничего не значит. Какое это чудо? Почему Господь и возвел к высшему? Когда от духовной хромоты, от духовной смерти, встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Это приходилось говорить с дерзновением и в молитве простирать руки. И Господь делал свое дело. Вы уже слышали это свидетельство, как эти души восставали из мертвых, гробы разверзались. И опять же, не в человеке сила это, а только в Боге, в живом Его Слове. И там надо еще не забывать и о том, что в церковь приходят люди какие, которые только раз в год ходят. Вот попробуй их уловить. Все это пустые отговорки, не стоящие даже обращать внимание. Время тратить в разговоре таком вот с вами. Вот на вас лежит обязанность нас из мира народ гнать туда. Отче, я знаю людей, которые при храмах работают уборщицами 18 лет. И она в моем доме здесь со слезами говорит: «О, если бы кто мне это сказал! Я никогда этого не слышал, даже объяснить праздник, что такое преображение». И в основном масса-то в церкви, больше половины, это постоянные прихожане. Это темные, невежественные люди. Вот в церкви что угодно делает, что угодно безобразничает. Скажу, за посещение здесь вот 15 лет священник ни единого раза не остановился, не сказал, что вы делаете. То есть этот народ чужой не нужный. Если у сектантов, видим, кто-то зашел, зашевелился, даже у меня выходит жена, а он остановится с кафедры, проповедует и говорит: «Надя, куда ты уходишь, остановись?» Это видно, хоть какой он сектант, но он живой. Я ему делал записку, послал, говорю: «Меня интересует вот такая тема или такое песнопение», гляжу, они исполняют, чем оно из сердца привлекает, что он во мне видит человека. Наш священник в нас видит только кошельки, из которых можно что-то вытрясти, чулки, забитые бумажками засаленными. Давайте, бабушки, жертвуйте на храм, давайте. Смотришь, храма отобрали, на кирпичи разобрали, ничего не поняли. И вот власть разрешила строить. Бросились сейчас все силы. Всю крепость ума и души бросили на это. Ничего не поняли. Время строить и разрушать. Пришло время уже это давно все убрать. производит радикальную перемену во всех... Вот объяснения какие-то находят, то народ едва только пришел. Объяснение только одно. В священниках нет ревности, им самим нужно покаяться и обратиться к Богу. Они невозрожденные. Вот вся причина. Если бы вы, священники, были возрожденные, вы бы огнем пылали, вы бы в каждой душе видели образ Христа. Это потенциально возможный кандидат быть в раю. Вы бы для всех находили работу. Хоть каким талантом ты обладай духовным. Вот я подхожу, был у меня прошло здесь даже архиерей, я говорю: владыка, ну вот вы меня знаете, чем я могу тут быть полезен для церкви? Ну молись. В общем, это и ваш ответ, и всех. То есть не лезь и не мешай нам жить как нужно. Не мешай. У нас есть хороший кусок, и наша задача только, чтобы хуже не было. Вот на этом уровне удержаться. Чтобы волки были сыты и овцы целы. Но волки никогда не будут сыты, пока овец не задавят. Здесь нужно, чтобы Господь проник в сердце, и тогда эта скорбь неизбывно будет с тобой день и ночь, и ты будешь воздыхать и кричать криком, как рождающая. А вот это ваше благодушие, оно от равнодушия, от безразличия. Да, душа действительно должна кричать. Я вот испытала, что такое муки рождения, это я всегда мне испытать. Сказали об одном брате, что он умирает, то есть болезнь смертельная. А я чувствую, что он духовно еще совершенно недорожден. И стала молиться о нем. И Господь дал такую силу, как будто я умираю, не он, а я. Настолько было даже физически это, что невозможно было это почти перенести. И потом Господь мне дал, что этот человек через молитву пришел, как должно было. Вот когда вы вот скажете, кто пришел, у вас есть ревность, да? Эту ревность вам дает Господь. Но мы еще не ручаемся о том, что, может быть, Господь эту ревность отнимет, и будешь если пастырем, да, может быть, даже хуже те, которые видим сейчас. Это все может быть. Но это разве вам сейчас, да, супруг, сейчас будете искать возможности? Я благодарю, вот смотрите, тысячекратно, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Господи, умножь мою молитву в миллиарды крат в миллиардных степенях. И Бог уже ее умножил, мою просьбу исполняет, потому что вы сейчас должны только молиться о том, чтобы умножил Господь ревность во всем народе. А вот тут сразу: нет, стой. Ты вот один проповедуешь, но подожди, это еще неизвестно, что будет. Как будто уже со заранее все ждут со заранее. А может споткнется, как Достоевский говорит: любят падение праведного. Да мое падение не надо ждать, я грешник из грешников. Как Ксения Ивановна говорит: умру, говорит, второго на земле такого уже не будет. Иной говорит: хоть, говорит, с пестринкой дурак, а я, говорит, сплошняком. Самое-то главное, что сейчас священники не имеют ревности о деле Божьем. Никакого совсем. Доход, фонд мира, и на этом конец. Для того, чтобы иметь ревность о деле Божьем, надо видеть состояние, настоящее состояние церкви и своей пасты. А если не видишь, то о чем будет душа болеть? Надо же, чтобы оно здесь было в сердце. Если скорбь об одной душе погибающей такая бывает, я которую испытала, то у пастыря должно быть такое о всей России, о всей пастыре. Вот когда видите, какие делаются священниками, посмотрите на студентов, вот мы сейчас были. Не надо быть хорошим психологом, чтобы видеть здесь. Это бурса, которая все убила в них. Бежит, к Сергию приткнулся, в другом месте подсунулся, побежал, хохочет уже в храме. Сейчас мы из Москвы только идем. И думаешь, это будущий пастырь. А я говорю: а что ж ты такой бритый-то? Кто твою рожу не видел, ты выглядываешь из алтаря еще. Спрячься, чтобы тебя там не видно было. А вот владыка не благословил, только на последнем курсе. На последнем курсе только образ Божий внешне чуть-чуть он попытается иметь. А у нас половина тут, говорит, сексота друг за другом подсматривает только, ходит. Да хотя бы и так. Достаточно было собраться в келье, собралось человек 15, и уже некоторые священнослужители. Вчера они говорили: да как, да у меня семья, другой, да мне не дадут распределение хорошее. Один раз только пришлось слово сказать, сразу несколько человек выше и говорят: что угодно, с сегодняшнего дня будем поступать как должно, хотя бы сам сняли. Чуть-чуть и стоит бросить искру, уже находятся люди, жаждущие ответить. Апостол Павел говорит: кто бы соблазнялся, за кого я не воспламенялся? Вы видите перед вами гиблые души. Вы лопатами, совковыми или кразами самославные грехи ворочаете, с угла в угол церкви перевозите, и все. Вы скажите им о Христе, что Христос ради вас пришел, до каких пор вы будете безумствовать и грешить? Вот остановился раз, два, сто раз остановись, прекрати, чтобы люди задумались, здесь живой пастырь. Но мы не видим, что он живой. Он отходит, что угодно делает, но разве это отец, если в своем доме он видит, все рушится, падает. Вот у меня, если касается в моем доме порядок, я спрашиваю, почему сумка здесь стоит, почему у тебя плитка не выключена, почему газ не закрытый? Здесь что угодно, все шлюзы греху открыли, и священник ничего не видит, не знает. Как он может о ком-то заботиться, если сам этого не знает? Я думаю, вот это вот сейчас забота о колоколах, забота вот там каждый старается, кто в монашество подается, кто что. Это страшные жертвы люди приносят только одному, без духовности. Стараются вот эту пустоту чем-то заполнить. Может, что-то они восполняют немножко, но то, что Бог дал, никогда не заполнить эти. Одно единственное Евангелие отняли у людей, так и из сознания. Профессор Марцинковский говорит, вырви из сознания людей его, и будет зияющая смертельная рана, которую ничем не прикроешь. Вот это сейчас и есть. Слово Божие для нас не является жизненным руководством. А Петр говорит, хорошо делайте, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. А о нас он сказал, нехорошо и весьма нехорошо, что вы не обращаетесь к нему. Мы за разрешением вопросов к вам в Лавры едем, к вам туда едем, в монастыри. И вот она приезжает. Батюшка меня вот на такое-то благословил. И смотришь, где ты была, душа? Зачем ты деньги тратила, ездила? Ты в Слово Божие посмотри, что написано. Она приезжает со скорбью. Батюшка меня сказал, видимо, и спасение. За что? Он назвал, говорит, благоразумная раба. И словом благоразумный она уже убитая приехала. О, отцы! Если бы в армии так учили, как вы, мы бы поражение терпели на всех фронтах, наверное, и в войну, и везде. Никакой воин, говорит, не связывает себя делами житейскими, а здесь каких дел только не набрали себя сегодня. Единую должность дал тебе Господь, пастырь, пастух. У меня отец пастухом был. Каждая овечка, вот заболела копыта, он нас ночью всех поднимает, чтобы мы намазали креолином, позаботились ягненка вовремя принести из соски напоить. Мой отец, он никакой неверующий. Но каждая овечка у него стояла на учете. Он знал, от какого она барана, от какой овечки, когда она заболела, когда она объягнется. Здесь ничего нету. Священник ни разу на исповеди не спросил, ты свидетельствуешь ли людям о Боге? Если не будешь исповедовать Христа жизнью и словом, Христос тебя не исповедует. Помни об этом. За все годы жизни только от одного священника это слышал еще. И над тем враг посмеялся. Не бодрствует. Какие-то заигрывания ведут с грехом. Пошел за Христом, не оглядывайся, у тебя одна только обязанность – спасать души. Вот крестить. А вот я его покрещу, я беру лучших даже, отец Дмитрий Дутко. Я покрещу, хоть какого покрещу, а благодать свое дело сделает. Свое Евангелие написали. Бог послал меня, говорит, не крестить, а благовествовать. Ко крещению надо переводить человека. Прежде надо родить. Я, говорит, родил благовествованием вас в вузах. А вот этого как раз нету. Искать извинения в грехе проще всего. Зато он говорит, нет большего зла, чем грех облекать личиной благочестия. Вот можно прикрыть это словом, заменить все молитвой, другое удалением от мира. Сколько сейчас еще есть душ, которые мы знаем в церкви, близкие даже были, готовые обратиться, против нас натравили, против Слова Божия, только священники. Купили алтарем. В алтарь хочешь? Хочешь быть священником? При одном условии принимаем тебя, чтобы ты с Игнатием больше ни разу не встречался. Другой разговор. С уполномоченным разговаривает. Открыть в Славгороде церковь было. Мы вам откроем. Но не открывают. А потом говорят, вы нам отлучите его от церкви, а мы откроем вам храм. И когда это прямо сказал отцу Николаю, он весьма удивился, знает, что этот разговор был тайный. Один. Откуда ты знаешь? Я говорю, я знаю, какой вы ответ дали. Но я же не согласился тогда, он говорит, на это. Я говорю, знаю, потому что видели последствия, какие будут. На крови строите храмы. Уполномоченному почему так мешает? К старообрядцам заглянул на Пасху. К вам не приходили Лапкины здесь? Нет. Но смотрите. И закрыл дверь и пошел. Больше ничего не надо говорить. Одно. Из-за чего? Что в человеке что-то есть? Нет. Одно живое слово только с собой носи, и сделайся для всех ты ненавистным. Но Господь даст истинных друзей, которых нигде не найдешь, не приобретешь. Они будут всюду появляться. Мы эти слова не желаем, чтобы они падали в пустое место, а через тех, кто слушает, они принесли плод. во 100 крат, 60 и 30 крат. Ну что же, вы по своим служителям разве не видите сейчас как? Отмахнулся и Петрохилия от людей, и все. Прощаются вам грехи, окаянные грешники, грешите опять по новой. А только сказать: «Доколе я буду терпеть вас, доколе буду с вами, говорит Господь». А только строго сказал: у тебя старообрядческий дух, это, а вроде размазнёй быть, это уже наш православный дух. Все можно делать. Если говорит, меня ничто так не радует, как если Слово Божие, когда я проповедую, понимают дети. Если дети вас понимают, значит вы на своем. А дети у нас в православии, как правило, причащаются в детском возрасте, а уже в школу пошли, так становятся атеистами, грешниками. Что ж вы спите-то? Они не знают, что наше покаяние или... Знаете, сколько людей... Если бы православная церковь, иерархия добилась евангельские воскресные школы, я бы пошла учить детей. Она в церкви даже в ограде не разрешает не то проповедовать, а даже читать Евангелие, нас выгоняет оттуда. Это уже во многих местах в церквах было. Так уже дерзнешь на несколько минут только, и в это время скорее подхватываешься, добежишь оттуда. Даже есть сейчас священники, которые уже это понимают, видят, но почти все на каких-то полумерах. Я уже не буду говорить о других, о кого знаю. Вот был у Александра Меня, там вот батюшки свои. Главный, самый главнейший недостаток священников. Большинства нет духовного возрождения, а отсюда сразу трусость, боязнь потерять свое теплое местечко греховное. Но Левий не боялся этот денежный ящик оставить, пошел со Христом. За Христом идти и с этими денежными кассами – это невозможное дело. В первую очередь нужно их оставить. Стряхнуть старую одежду. «Иди, Христос, — говорит, — кричащему Вартимею, — зовут тебя». Зовет. Сбросил, говорит, одежду и пошел за Христом. Вот сестра уже, можно сказать, подходит к концу жизни своей. Господь удостоил ее уверовать. И вот нам хотелось бы узнать, где и когда она ответила на призыв Божий, как касался ее Господь. Расскажите о себе. Значит, исправить все то, что доступно нашему исправлению, украденное возвратить, причиненное... С самого детства я верующий. В детстве очень горело сердце моего. Но когда закрыли церква, тут уж я все забыла, начиная от 14 лет и до 25 лет вообще ничего не знала. 23 года мне сравнялось. 43-го года, когда я попала на север, там повстречалась я с верующим. А попали вы добровольно туда или как? Нет, не добровольно. Завезли меня. А как это было? Как было? Ну, как бывает, многое. Без вины виновно сделали и отправились. Это когда, наверное, это самое по линии НКВД забирали? Нет, в 43-м году. А -а -а. Ну, когда я стала встречаться с верующими, со многими, вроде бы внимательно послушаю, и что-то меня оттолкнет. Я сильно уж была придирчива ко всему. Присматривалась, кто как себя ведет, как разговаривает, о чем говорит. Но когда повстречалась я с одной верующей, в которой я ничего не заметила, которая говорила мне Евангелию, она сильно богата памятью была. Как станет говорить Евангелию, от первого стиха и до последнего она все скажет. А я в детстве читала Евангелие. Это было в лагере или на свободе? Нет, в заключении. А лагере. По убеждению эта женщина была кто? Она православная или... Она не объяснялась. Вы не спросили? Нет. Ну, когда она стала мне говорить все с Евангелием, все это у меня всплыло вновь, потому что в детстве я немного читала Евангелие. Но читала я ее не всюду и читала не понимала. Почему? Потому что еще дитё была. Ну, от ней как-то много веровали и исследовали быстро, а я все как-то придерживает меня. Но потом уж лучше и лучше я опять Бога познала. Опять стала молиться, и стали мысли у меня только о Боге. Где бы я ни была, на работе или в лагере, дома, или те ночью, я все время только о Боге вспоминала. И такое посещение у меня было, что ночами не спала. Куда сон девается, не знаю. А молитва причастная была. Все спят, а я сяду на пороге у бараки, гляжу на небо. Слезы сильные лились. И молитва, как река к Богу. Вот это у меня такое было посещение. А от чего это было так? От того, что тоскливо, хотелось на свободу, тосковали о природе или чувствовали какую-то близость Божию, что Христос для вас кем-то является? Для меня не было тоски, когда были такие чувства. И не хотелось мне на свободу, и не мечтала я о свободе. Мои чувства все были в небо. Я чувствовала, что вроде бы как я не на земле, а на небе. Вот такие были чувства. И с тех пор я стала ближе и ближе. И когда достала Евангелие и стала читать, тут уж у меня совсем расселся мрак. Вспомнила много снов, которые Бог мне предвещал еще в детстве. Все они исполнились. Но там всяких убеждений много. И баптисты, пятидесятники, и субботники. Ну, а вы с кем ближе оказались? Ко всем было близко. Ну, все-таки с кем-то определенно, с кем молилась? Всех слушала, со всеми молилась. Только присматривалась, ну почему же Слово Божие одно, Бог один, путь к Нему один, союз с Богом один. А у них споры, разногласия, в чем мне это непонятно было. Погляжу, и те вроде бы хорошие, и другие хорошие, и те Слово Божие говорят, и другие говорят, и те молятся, плачут, и другие молятся, плачут. А между собою ссоры и несогласия. А я этого недопонимала. В чем несогласие? Но потом, когда уже мне Бог открыл Слово Божие, тогда я поняла все, что такое пятидесятники, что такое субботники, что такое баптисты, что такое православные, и что самое главное для спасения нашего, это нужно хранить мир в сердце своем, и любовь ко всем, к Богу, особенно к Богу. Когда вы поняли, в каком году? Ну, в 43-м меня взяли, в 45-м году. А сейчас вам сколько лет? А сейчас 66. Если не будет у нас любви к Богу, особенно к Богу, то не будет любви никакому человеку. Если будем любить Бога больше, нежели себя, то будем любить всех, кто как бы ни назывался. Ну вот любовь-то, конечно, широкое понятие. В том она заключается, любовь, что если человек в заблуждении, это не означает, что я не должен ему сказать. А если я его люблю и знаю, что заблуждение влечет его к погибели, я обязан сказать. А скажу, он раздражается, а вот и мира нет. Ведь есть мир, который влечет в пропасть ада. И есть война, которая влечет к небу. Христос принес меч, а меч не для мира. Если знаешь, скажи с любовью, так, чтобы он не обиделся. Если не знаешь, то лучше молчи. А даже вот ничего не говорят. Вы знаете, как к баптистам приходишь, даже слова не говори, они тебя не переносят. И уже война. Я говорю, мирен, но только заговорю, а не к войне. И вы видите, как к вам стали относиться. Пока среди баптистов были, их членом вы были здесь зарегистрированы? Да. Ну вы чем их обидели, что пресвитер на вас поднялся? Видите, когда я хочу молиться, побуждение сильно у меня молиться, замолюсь, я не запою. Ну а вы молитесь как, по-пятидесятнически там, непонятно, или по-русски? На чисто русском языке. Ну а почему? Вы что, в молитве делаете какие-то непристойные выкрики или что? Почему они вас забивают пением? У них такой обычай у баптистов. Кто не нравится, молится, они тогда, он дает знак рукой, и сразу они запевают и поют, пока тот не перестанет, чтобы его не слышать. То есть глушители стоят. Тоже придумали здорово. А что им не нравится в ваших молитвах? Что не нравится? Ну, вы сами должны это исследовать. Вот говорите мир, мир, а сами не мир приносите, всю общину взбудораживаете. Самое немирное, можно сказать, из всех. А враг всегда бушует тогда, когда, если он слышит силу Господню. Потому что все-таки чувствую, что сила Божья сошла на меня, и я не могу удержаться. И когда я молюсь, все получают назидание, и все рады. И если когда я не возьму молитвы, они потом подбегают и говорят, ну почему ты не брала молитвы, как мы хотели слышать, как мы хотели слушать, вот-вот возьмет. А это зависть, все зависть их брала некоторых. А особенно из руководящих. Поэтому он первый начинает брать пение. Но если уж он запел, то значит все должны запеть. Это ему не нравилось. Не нравилось всегда, когда если я что-нибудь скажу правильно, тоже не нравилось. Но может через это как раз вам было показано, вы бы никогда от сектантов и не отстали, если бы они только... вторили вам хором, и все подбегали к вам. Притом здесь очень много может быть обольщения, что моя молитва всех назидает, все радуются. На меня сошел именно Дух Божий, или меня посетил Господь. А не проще было бы сказать, у меня было такое побуждение молиться. Но они вот заглушили, не дали. Может быть, действительно это так должно быть. Всегда, всюду и везде мы должны рассматривать... Ну, может быть, действительно так было. Угу. Но было же. От обиды, но выгнали меня. От обиды ушли, наверное. Вас там обидели? Нет. 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 Ну вот вы стали, говорите, меня интересует момент. Когда вы поверили, что Христос является не просто спасителем мира, а вашим спасителем, что именно за ваш грех умер, когда вы это почувствовали? Потому что в православии говорится общее. Все общее, как общее и все общее. А частно ко мне лично, что я представляю ценность в очах Божьих, как именно за меня кровь заплатил, это из 100 человек едва ли одного найдешь. Но вы-то это поняли, и поняли не от православных, еще в лагере. Как этот момент у вас происходил в сердце, что вот именно принятие Христа в свое сердце, так выразил? Ну как происходило? Слово стало больше читать Божие. Узнала все свои недостатки. Но через Слово Божие я увидела, что я грешница, крайне грешница. И вижу свои грехи, которыми еще меня грех давит. Через Слово Божие я поняла, как избавиться от греха. Ведь Словом Божьим очищается. Но когда я это все поняла, я конец положила всему этому грязным делам. Больше я уже не стала грешить, даже скверных слов не стала говорить. Ну вот здесь, когда вы приехали, вы знали, что есть православная церковь, а почему присоединились к баптистам? Когда я приехала, я еще не знала. А там-то я была среди всяких. Все были вместе мы. Когда освобождались, то никто никого не внушался. Лишь бы только увидеть, кого бы не увидеть, как бы он ни назывался, баптист ли, пятидесятник ли, православный, лишь бы только увидеть верующего, потому что с верующим всегда найдешь общий язык. С верующим всегда только о Боге говоришь. Поэтому для меня чуждых никого не было. И когда я приехала сюда, первым я попала к баптистам. А потом, когда уже стало больше и больше жить, тогда уже я узнала все. Ну и когда меня стали поносить, в тебе не Дух Божий, тебе дьявол. Сколько я была терпеть. Еще я прощала, еще и держалась. А когда стали рассуждения такие в собрании о бытовых условиях, я сказала, а им не понравилось. Ну и отлучили меня заочно. Ко мне пришли, сказали, Ксения Степановна, тебя отлучили. Я говорю, как отлучили? За что? А даже сами не знаем, за что. Ну как это так? Вы же должны знать. Не знаем. Ну а как, вы, говорю, решили в этом деле? Ведь без вас же тоже не могли это сделать. Один или два. Вы все участвуете. А мы даже не слышали, за что и как. Ну и потом, когда отлучили, ладно. Без меня, как говорится, меня венчали, без меня. Меня женили. Ну а где-то хваленая баптистская демократия, что вот у нас все по-братски, все по согласию, все по Слову Божию. А я не буду говорить, где они есть. То, что прошло, то и говорю. Нужно было попасть в эту мясорубочку, чтобы все-таки прокрутили тебя. Тогда поняла все-таки. Это на все воля Божия. Без воли Божией ничего не бывает. А если бы вы, вас сейчас в православной церкви сказали, у вас дьявол, вы бы что, тоже, может, обидели? Радовалась. Радовалась? Да. А почему? Я и в то время не печалилась. Я и в то время радовалась. А если была печаль и слезы, то не из-за того, что меня злословили, а из-за того, что жалко их. Жалко их, что они в таком состоянии находятся. Ну, когда стали все приходить ко мне, да иди к нам, да попроси прощения, Я говорю, прощения мне нечем просить. За что меня отпустили? Вы же слышали? За блуд? Или за пьянку? Или за воровство? Или как за подтягающие на чужое? За что? Если за ложь, ту, которую на меня сказали, так я, говорю, не решаюсь просить прощения. Но все-таки, когда там были, просто с членом, может быть, кое-что от всех заблуждений сохранилось, вот, что за баптисты в основном злословят. И детское крещение, и вот иконопочитание, и священников. Потом вы стали как-то, ну там плохо привечать, стали к православным ходить. Видимо, стали слышать в защиту истин православия что-то. Православие меня никто не защищал. Никто ничем мне не говорил и не говорит. И до сих пор в православии у меня нет близких друзьям, с кем бы можно делиться, рассказать или радость, или вот. А вот православный священник идет. Этот явился поздно. И когда явился, и мы стали, как говорится, сходиться друг с другом и делиться друг с другом, то нас стали обоюдно. Блажены и изгнаны. И до сих пор мы гонимы. Но лучше быть гонимым, нежели хваленым. Все-таки, конечно, обидно, когда знаете, что все одинаково с ними понимаете, и вдруг гонит. А вот если сейчас бы баптисты сказали, ладно, мы поняли, что ошибались, огнали, все-таки потеряли душу, ну, члена своей общины. Сказали бы, Ксения Степановна, иди к нам, с тебя мы сняли отлучение, с нами иди опять в вечере будешь участвовать вместе. Пошли бы? Многие до сих пор жалеют и до сих пор живут. Многие. Многие противники. Сняли бы, все, не было противников. Именно сказали бы, иди теперь, будешь с нами баптисты или пятидесятники бы вас простили во всем. Пошли бы туда. Целиком пойти туда, значит, уйти из церкви, больше никогда не причащаться, не ходить на исповедь. Зачем я туда пойду? Ну зачем я туда пойду? Если я уже там была, если я уже там все видела, все слышала. А теперь я вразумела, что спасение не по названию, не от того, что они баптисты спасены, не от того, что мы православные спасены, а спасение только когда будешь хранить мир и святость сердца своего. Но к этому необходимо и таинство. Тут вот еще какая беда. Когда человек уходит из какого-либо общества из-за нанесенной ему обиды, то это очень непрочно. Стоит там изменить отношения, и он как флегерок за ветерком сразу повернулся туда. Нужно твердо держать курс, как стрелка у компаса. Держать. Вот так, допустим, человек спрашивает, бороду почему ты носишь? Ну, да, сейчас вообще-то не модно так, вообще все носят. Считаю, в любой день его сбреет. Но когда по убеждению, тогда он нигде не будет трогать. Господь сказал, да не восходит, постригала на края бороды твоей, не порть. Я беру самое маленькое, показать. Самое главное по убеждению. Вот, допустим, ушел человек от пятидесятников, там, от адвентистов, по убеждению, понял из-за того, что там есть заблуждение. Не потому, что там люди плохо с ним обращались, или не приняли, или забивали его, но в том, что он увидел, что истины самой нет. Вот такого повернуть назад из православия уже невозможно. Он будет видеть здесь недобрую жизнь пастырей, необразованных мирян, но он будет знать здесь сама истина. Так вот у вас как? Кого у вас? Ну, отлично, да, вот у вас. Да. Что вы как это, от обиды только как бы все это посодействовали, или по убеждению увидев все это, и стоит сейчас вас начать здесь гнать, а там приветят. Ну и все, можно туда пойти. Если все хорошие, за все должны быть в мире, то разницы никакой нет, можно и в баптизме спастись. Если это Бог усмотрит, что и там буду гнать, благодарю Бога и радоваться буду. А к тому, что, допустим, пойти назад туда, к их чаше с хлебом, с вином от причастия отойти, на это как ваша душа отвечает? Ну, допустим, к пятидесятникам, к баптистам, целиком уйти. Никуда теперь уже не пойду. Бог один, вера одна, Слово Божие одно, путь Господа один. И тело Христово. Вы сейчас причащаетесь в храме? Так, как? Хотите на исповедь? Но чувствуете, что исповедь необходима. Не просто сказать перед Богом, а что священникам дана эта власть, и Господь говорит, дана. И поэтому наши пастыри поступают как имеющие власть. А все сектанты, они только как книжники. Он говорит, что это было дано, или это ушло, этого нет. Вот пишут даже безбожники, что вроде бы исчезла такая должность, которая распространялась на епархии души человеческой, исповедник, но он необходим. В распоряжении оказался исторический документ, до сих пор нигде не опубликованный. Предсмертное письмо русского поэта-декабриста Константина Рылеева, написанное им в день казни 13 июля по старому стилю 1826 года. Письмо было передано его жене, к тому времени, вероятно, уже вдове, через священника. Затем, мы не знаем, когда именно, это письмо Рылеева попало к семье, состоявшей в родстве с ним, и до недавнего времени находилось у престарелых членов этой семьи, проживающих за пределами Советского Союза. Мы получили подлинник, написанный рукой Рылеева, через одного нашего слушателя. Глубоко религиозное содержание этого письма характеризует человека, сыгравшего руководящую роль в декабристском восстании. Передаем текст. Бог и государь решили участь мою. Я должен умереть и умереть смертью позорною. Да будет его святая воля. Мой милый друг, предайся и ты воле всемогущего, и он утешит тебя. За душу мою молись Богу, он услышит твои молитвы. Не ропщи на него, не на государя. Это будет и безрассудно, и грешно. Нам не постигнуть неисповедимые судьбы непостижимого. Я ни разу не взроптал во все время моего заключения, и зато Дух Святой дивно утешает меня. Подивись, мой друг, когда я занят только тобою и нашей наруткой, я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе. О, милый друг, как спасительно быть христианину! Благодарю моего Создателя, что Он меня просветил, и я умираю во Христе. Это дивное спокойствие порукой, что Творец не оставит тебя, ни нашей малютки. Ради Бога не предавайся отчаянию. Ищи утешение в религии. Я просил нашего священника посещать тебя. Слушай советов его и поручи ему молиться о душе моей. Отдай ему одну из золотых табакерок в знак признательности моей, или лучше сказать, на память, потому что возблагодарить его может только Бог за то благодеяние, которое он оказал мне своими беседами. Ты не оставайся здесь долго, а старайся кончить скорее дела свои и отправляйся к почтенной матушке. Проси ее, чтобы она простила меня, равно всех родных проси о том же. Катерине Ивановне и детям ее кланяйся и скажи, чтобы они не роптали на меня за МП. Не я его вовлек в общую беду. Он сам это засвидетельствует. Я хотел бы просить свидания с тобою, но рассудил, чтобы не расстроить себя. Молю за тебя и Настеньку, за бедную сестру Бога, и буду всю ночь молиться. С рассветом будет у меня священник, мой друг, и благодетель, и опять причастит. Настеньку благословляю мысленно нерукотворенным образом Спасителя и поручаю всех вас святому покровительству живого Бога. Прошу тебя, более всего заботься о воспитании ее. Я желал бы, чтобы она была воспитана по Боге. Старайся перелить в нее свои христианские чувства, и она будет счастлива, несмотря ни на какие превратности в жизни, и когда будет иметь мужа, то осчастливит и его, как ты, мой милый, мой добрый и неоцененный друг, счастливила меня в продолжении 8 лет. Могу ли, мой друг, благодарить тебя словами? Они не могут выразить чувств моих. Бог тебя наградит за все. Почтеннейшей Прасковье Васильевне моя душевная, искренняя предсмертная благодарность. Прощай. Велят одеваться. Да будет его святая воля. Твой искренний друг К. Рылеев. Мы передали полный текст предсмертного подлинного письма поэта-декабриста Константина Рылеева, написанного жене перед казнью 13 июля 1826 года. Мы получили подлинник рукописи, хранящийся в семье, родственной Рылеевым и проживающей сейчас за пределами Советского Союза. Письмо нам доставил для передачи один из слушателей. До сих пор это письмо нигде опубликовано не было. нас лежу и петь больной. Скажи мне, Господи, кончину, открой число мне дней моих. Открой мне грешный, я явлюсь, чтоб мог покаяться в живых. Но вот грядет ужас последний, и смерть готова взять меня. О, как явлюсь я грешник Богу, и как возрит он судья. Владыка, Бог мой милосердный, не дай погибнуть мне в греха. Отныне я молюсь и каюсь, и каюсь, плачу сквозь слеза. Чтоб мне омыть грехи слезами и присоединиться в твой чертог. И там для тени вечно хвалить тебя, твой детский Бог. Пусть церковь, мать, меня проводит туда, где Божия семья, туда, где славят тебя вечно, там есть родитель для меня. О, Боже мой, прими моления и скорбь и плач моей души. Пошли мне, Господи, терпения и все грехи. Когда он впервые почувствовал, я подчеркиваю, почувствовал, что существует потусторонний мир, и как почувствовал это как чудо, которое его потрясло, озарило. Но хотя он еще не понимал, ничего не знал, как это применить. Потом, как он понял, что в нем есть зло, и это зло все время течет его, борется с ним, и что он тоже должен его побеждать. Как он начал бороться со злом, как он продолжал эту борьбу, и как обращение к Богу помогло ему в этой борьбе. Какое зло себе он считает самым сильным, или какие злы он считает самым сильными, которые мешают ему в его жизни. Как он борется конкретно от его личной духовной опыта в этом отношении. И, наконец, как произошло само обращение. Было ли это как у апостола Павла? Он был ослеплен и сразу же пошел за Христом. Или это происходило ступенями, многократно? Ведь у каждого человека по-разному происходит. Я считаю, это особенно важно для людей, у которых складывается тяжело судьба, взаимоотношения с Богом. Так вот, как у вас, Игнатий, на вашем жизненном пути складывались отношения с Богом? И в каком состоянии вы находитесь сегодня? Я не хочу сказать, что вы ставите сегодня точку. Нет. Сегодня это вчера, но сегодня это и завтра, то есть продолжение. Я сразу спрошу, почему именно ко мне такой вопрос задал? Я вчера еще обдумал. Почему не к другим? Сколько вот здесь людей вокруг нас, тебе известны? Почему не к священникам не подошел ты? И есть люди, ну, по возрасту и по вере старше, чем я. Почему ко мне именно этот вопрос? Ответ. Когда тебе зародилась эта мысль задать, и почему ты решил вчера только это делать? Отвечу. Эта мысль зародилась у меня сравнительно недавно. Собственно, она не мне принадлежит, она родилась в общении с другим человеком. Когда мы с ним общались, и вот как-то неожиданно это произошло, что один из нас стал рассказывать о себе, и это именно вылилось в свидетельство. И вдруг родилась мысль, а как хорошо, вот если бы несколько серий таких свидетельств, какое бы сильное впечатление оно оказало бы на слушающего. Даже одно свидетельство такое имеет колоссальную возбуждающую силу, а если их несколько, я считаю, что это огромное воспитательное значение имеет в религиозном смысле. Вы спрашиваете, почему к вам? Потому что я не могу назвать десяток человек, к которым бы я подошел бы с этим вопросом. Я например, про себя бы не мог бы сказать, чтобы я вот так вот взял бы четко и изложил бы точно бы, что со мной происходило. Мне это трудно сделать, потому что я в духовном отношении еще нахожусь на весьма низком уровне развития. Я не все свои ступени представляю четко. И, может быть, даже я еще совсем не возрожденный человек, даже, может быть, скорее всего, оно так и есть. А поэтому для меня это и закрыто. А раз так, то я хочу видеть, как это происходит, и там попробовать применить это в собственной жизни. Может быть, мне может это и помочь. Понимаешь, в этом вопросе есть одно такое дело, которое, может быть, и вслух не каждый раз люди говорят. Но у меня скромности как-то не было такой большой, и поэтому я все вслух высказываю. Вот приходит к человеку, болеешь? Болею, тяжело, да все служишь, уже надо было батюшку вызвать, причаститься, пособоровать. Ну что ты меня на тот свет отправляешь? Знаете, как человек воспринимает доброе слово, как будто его желают вытеснить из этого мира. Но так как-то человеку уже принято считать, что пособоровался, вроде приготовился туда, а туда-то и неохота, здесь еще и детей не определил. Да у меня он полный сундук бумаг еще не разобранных лежит. Мало ли у нас дел. Вот точно так, сейчас здесь делаешь завещание, тогда здоровы, все. Сколько разных у человека отговоров, ну, я сейчас вроде не болею, правильно? Крест вот прижмет меня, заболею, ну, тогда буду думать и о доме, и о корове, и все. А сейчас что я? Что меня живем заживо хороните-то? Претендуете на мое место, то знаешь, сколько мыслей? А ведь, по сути дела, вопрос правильно поставлен. Пока ты в здравости, пока ты в силах, пока можешь, и тогда-то, вот когда можешь, поспеши. Так твой вопрос включает такое в себя. Вот этот элемент выталкивания, как бы подсознательного природного страха, как будто я уже куда-то ухожу. А так как в последнее время у меня такое было состояние, что я с сумочкой дополнительным бельем на работу уже ходил, ждал ареста, то получается, как будто ты мне еще раз напоминаешь, друг, не задерживайся. Вот дай нам свидетельство, да и отправляйся, подтверди свое свидетельство. Задерживаешься вроде долго, хотя ты это и не думаешь, может. Но у меня мысль сразу это приходит, выталкивает меня отсюда, братка. Нет, избави Бог. Нет, конечно. Тут вот, ну, мысль такая, она напрашивается. Потому что ни раньше, ни позже, а все это на одну цепочку нанизывается. И еще, вот когда начинаешь говорить о себе, то когда люди другие не знают тебя, то слушают. А вот в своем Отечестве ты не пророк, Христос сказал. Нет, говорит, пророка, что был без чести, разве в своем Отечестве. Вот в своем Отечестве его не уважают, потому что знает все его недостатки. Это Христос сказал о себе. Представьте, какой это был пророк из большой буквы, единственный, но раз он Бог, знающий и творящий будущее. То что говорить о нас, когда мы не с маленькой буквы пророки, а в кавычках пророки, а зачастую уже пророки. Это-то понятно? А когда начинаешь о себе рассказывать, но даже самый близкий человек внутренних моих переживаний он не знал, а так как он самый близкий тебе, домашний, брат, сестра, мать, то они видят только внешне, пил, перестал пить, ну и хорошо. Дома не ночевал, сейчас ночует, деньги домой тащит, жена рада. Вот они это видят. А когда говоришь о внутренних стимулах, и что у тебя были за переживания, как ты подходил к тому состоянию, в которое должен был раньше прийти, все говорят, ты про кого рассказываешь? Это, у меня сестра выслушала мое свидетельство вот так, и мне пишет. Я, говорит, прослушала это, подумала, ты про кого-то, говорит, рассказываешь. Она любит такое слово сказать, хорошее. Нет, не про другого. Хотя ты жила со мной и рядом, и в одном доме, но вот я рассказываю про себя, я рассказываю о внутреннем. А она говорит, вот внешне, где ты говорил, что там делал, то другое. Это я, говорит, узнала тебя. А то ты рассказывал, как будто бы совсем из книжки какой-то. Действительно пишется книга на каждого человека на небе. И я по этой книжке сейчас хочу кое-что прочитать. Поэтому, если даже родственники будут слушать это, пусть не удивляются. Это моя тайная, открытая только перед Богом, что я не всегда решаюсь и сказать вслух. Но думаю, раз уже будет открыто перед судом Божиим, то чего что-то стесняться. И батюшки знают, да мало того, сама жизнь подтвердила греховность природы, тут и скрывать нечего. Чем больше людей знает, может, больше людей поможет избавиться от этого. Сказать вот, как я смотрю на других людей, после того, как знаю, как меня Господь обратил, скажу, что вот, может, это мой и грех. Я очень сурово обращаюсь с людьми, все меня упрекают, но зато этой суровости я избегаю такого упрека. Ласкательством увлекают души. Ни с одним человеком не ласкательствовал. Вот этого упрека мне ни один не сказал. Да. С тобой не ласкательствовали? Нет. Ну попадало тебе немножко? Попадало. Ну может в этом свете ты еще попадешь. Я заранее как подготавливаю место, чтобы ты не обиделся. Если меня вот таким образом Господь нашел, как апостола Павла ослепил, и он думает, вот меня ослепил, за то, что говорит, я плохо видел, но хорошо ослепил, чтобы я лучше видел. Он думает, вот таким способом надо всех обращать. И когда Елима Бог противился, он не сказал, да отпадет у тебя рука. Не молился, когда Елим говорит, да отпадет у меня от плеча рука, там, это, чтобы не петь, там, кто будет по струнам ударять в Вавилоне. Там. А здесь говорит, да ослепить тебя Господь. И напала на него тьма. Он думает, раз его Бог через слепоту обратил, он решил всех таким же образом обращать. Апостол. Видимо, вот это каждому человеку свойственно. Вот как я обратился, мне кажется, вот не таким хотя способом, но в общем должны все примерно вот так прийти. Ясно, четко выраженная грань перехода. Вот я не знал, вот узнал. Вот я не слышал голос, вот я услышал. Вот я был мертв, вот ожил. Когда люди говорят, я верующий с детства и в таком состоянии находится, скажу, если это не грех, пусть каждый примет. Считайте себя неверующим, начните сначала. Это я сразу хочу сказать себе, но а себе оно почти не относится, так как уверовал позже. Когда люди уповают на то, что я знал, что Бог есть, этого совершенно недостаточно. Быть может, это только начаток и не Божья, а бесовской веры. Верить, что Бог есть, это бесы веруют и трепещут. Вот во что это выливается детская вера в большинстве случаев. Чтобы она была Божьей, надо, чтобы когда-то властно Бог вторгся в душу человека. Все прежнее сломал, и средостение, стоящее преграду между Богом и человеком, уничтожил, сломил ее и выбросил. Тогда начнется новая жизнь. Лично я вот, сколько себя помню, знал, что Бог есть всегда. Это благодарность матери, бабушки. В комнате витал дух религиозности. Хотя были пьянки, родители гуляли, варили пиво, компаниями в деревне гуляли. Ну вот была и у бабушки, а бабушка по материной линии, и дед, очень религиозные люди. И вот это на ребенка все накладывало отпечаток. Что помнится? Весеннее радостное ожидание Пасхи. В деревне небольшие окна, подслеповато, мало свету, но перед Пасхой начинается сразу какая-то суета возле этих рам. Вот отдирает обои, вот выставляет, и что там накисло за зиму, между окнами отскабливает, отмывает окна, и какая-то прохлада, тут стоят помидоры, чисто в комнате, и ожидание вот этого радостного слова «Христос воскресе». Кто такой Христос, не знал совсем. Но вот это были те кирпичики в фундаменте духовного здания, которое потом начнется строиться. Ребенок ничего не знает, но было слово такое «ляля» и «бяка». Простые слова. И вот эти слова тоже были кирпичиками. Есть нельзя. Корова, там какало молоко. Бяка. Нельзя. Значит, ты видел, и корова тебе неладно делать, все. А вот как Пасха, все хорошо. Корова этого уже там не делает, и молоко можно есть, и яичко хорошее. И в это время раму выставили, на улице солнышко, травка, можно бегать. Понимаете, это внешне. Но плоть так с душой связана, что все это побуждает душу радоваться окружающему. Пасха – это хорошо. Где произносилось имя Божие, Бог – это хорошо, Бог дает все. Дали только страх Божий родители, больше ничего. Царство Небесного нам они не обещали. Будете гореть в огне, спляшешь, по раскаленным гвоздям будешь прыгать там. Лгал, гвозди тебе продернут там крючок, а ты повесят, и здесь будешь лететь. Да картинка еще «Страсти Господни» и по мытарствам там Федора идет где. И все эти в лицах, в картинках были книги. Теперь эта картина на меня не действует так, как тогда. Страх был. И вот мать говорила, в школе учишься, не пей. Эти люди мирские. Грех. Мы знали, грех это нельзя. Грех это видеть Бог, и Бог накажет. Что Бог любовь, такого мы слова не слыхали. Бог это страшно и хорошо. Хорошо, когда ты с Богом. Здесь на земле. То есть нас практически родители готовили быть самыми несчастными людьми на земле. Уповать на Бога только в этой жизни. Апостол Павел говорит, если надеяться на Христа только в этой жизни, то мы несчастнее всех человеков. И вот от школы наш дом, ну полкилометра, наверное, там есть. И вот на переменке, чтобы выпить воды, я пока бегу с потери на 2 кружки, но все-таки домой бегаю на пите. За все годы, 10 лет проучился, я ни разу не напился, не помню случая. Так мы твердо это держали. Родители они не признавали церковь, церкви не были. Когда-то отошли, в деревнях церкви не было, и вообще ничего не признавали. Но этого делать нельзя. Вот это сознание греха и своей греховности в поступках было, во что вылилось? То, что я знал, что после смерти буду в аду. Я не сомневался ни одного дня в моей жизни, что я буду в аду. Это навеки запечатлено на мне было. Почему? Я все делаю не так. Вот нельзя было сказано там, вот этого делать, мать говорила, воровать нельзя, материться нельзя. Благодарю Бога, я не знаю ни одного матерка от себя, чтобы из моих уст вышло. Воровать, но воровать тут отговорки были, колхозные или свои. Колхозные все важно или не важно. На капканы проволочку своровал, там проводку отрезал. Все равно вроде брошено, но так больше ничего не помню. Ну, в сапогах пшеницу вроде ходишь и подгребешь маленько домой, чтобы поесть. В голедищах ты его утащишь. Ну, как не грех есть надо, это такое время было. Великое ли дело, что сейчас люди не считают за грех, там вот эти вот связи, там с женщинами, все. Мать говорила, что пока не благословят иконы, чтобы ничего нигде не было. Был в армии. Если бы вот этого страха не было, не знаю, что бы было. Вот одно только то, что от матери было. По милости Божией Господь сохранил и не допустил. Хотя враг подстраивал так, что и наедине я оставлял и днем, и ночью, но страх был настолько силен, что нельзя этого делать. И вот сейчас, когда смотрю на людей, вот ребенок маленький, я с отступлением буду говорить, как я теперь мое мнение на окружающих. Вот ребенок, ну вот у меня живет племянник Ромка, учим его, бестолочь отменная, как колотушка, ничего не понимает. Одну молитву его можешь учить год, не запомнить. Ну и ставят в пример, вот Коня Валя, вот у нее племянница, и там, или вот у Леши Матюшина Машеньки, она верою уже рассказывала, в каком возрасте. А этот в школу идти ему нынче, и он ничего не может рассказать. Едва-едва Богородица, да там очень наши. Христос воскрес из мертвых. Христос воскрес из мертвых. Три слова, не может запомнить. Он берет читки, 100 раз Христос воскрес из мертвых, 2 раз. Смерть и смерть поправ, еще 100 поклонов делает и повторяет. И сущим на гробе живой даровал. Ровно за неделю я едва добился, чтобы он запомнил вот эти 9 слов. Это какую надо иметь бестолковость? Обижаться на него, но остальное на лету слова схватывает. Что они услышат, такие слова трудные, к месту совершенно влепит их. Что это такое? Не могу сказать, только подозреваю, это зависело от родителей. Желанное или нежеланное, это был дитё. Как рождался, само зачатие, благословением было, или только... вожделение плоти. Вот что играет очень важную роль. Если это чадо одной лишь похоти плоти, горе ждет всех. Если когда жена уже сказала, что будет ребенок, а он сказал, он не нужен, она его отстояла в чреве своем. С одной стороны, он был нежеланный. Это все выскажется на продлении всей жизни. Таков закон. Эти законы, не нами они исследованы, выявлены, и вот они идут. Что-то, может быть, в этом отношений не знаю я. Но я вспоминаю свою жизнь и думаю, нас ничему не учили. Учили почитать старших, бояться Бога. Грех. И поэтому, когда я слышу, что такой-то ребенок знает много молитвы, все, как вот у меня у знакомого одного внучка, она все знает. Подождите, что? Она буквально с 10-летнего возраста один блуд у ней. Она ничего не видит, она убегает из дома. Она липнет каждому мужчине везде. 10 лет ребенку. Это воплощенное блудодеяние. Что это? А где эти молитвы? Где эти стояния? Еще раз подтвердило то, что у меня было в душе. И этому надо учить. Ребенку рассказывает, но не вложится ничего, если ему не дано. Считаю, воспитывать ребенка как надо, как нас воспитывали. То есть никак не воспитывали, а видели мы природу, иногда подсказывали. Слава Богу, заря какая-то или ведра, наверное, можно идти косить сено. И вот это ведра, вот это косить сено, я как буду переворачиваться в копешке в этой, вот это все осталось. Мы не знали слова Евангелия, я услышу его только после армии, впервые это слово. Я ни разу нигде не прочитал единой строчки Евангелия, только знал, этого делать нельзя. А зачем же я раз знал, что в аду буду делать нельзя? Бог здесь еще наказывает, вот этого я боялся. И Бог придает в руки этому же греху, который ты делаешь. Откуда это у меня было, объяснить не могу, видимо, из личного опыта. Вот так. Поэтому к детям сегодня так, постоянно везде отношусь. Показывает, смотри, как расцвели цветы, как силен Бог. Птички поют, как Бог сотворил. Он безбожник делает, посмотри, как плохо без Бога. Бьет, ругает, это безбожник. Вот вложить в него, с Богом хорошо, без Бога плохо. Этого делать нельзя, Бог видит. ты огорчаешь старших. Вложить в него страх. То есть я веду его по той колее, по которой сам шел. Ну, дополнительно к тому, что водить в церковь вот сейчас и слышать, что евангельское чтение, пытаться дать. Вот что я имел с самого только детства, больше ничего не имел. В этом страхе, в малом, провожу всю жизнь. Но веру Господь увеличил со дня на день. Каким образом это было? Мать, говорит, вот живой помощи читала и помогло. Услышал я такое слово. Мама, где это такая книга? Да она листала, нашла 90 псалом. Я туда раз, бумажку, мать ушла, сажусь по буковке, все переписал. Тайна, отец не хочет, чтобы мы были верующими. Мог и крестцы снимать. Я ее выучиваю, там, да, где-то, наверное. И у меня такая вера, собака несется, другого покусала на меня. Я смело смотрю на нее и читаю. И на руках понесут тебя. Добегает до меня, вернула пасом в сторону. Идет учительница, я на уроке не был. Сейчас дойдет до меня, она меня не увидит. Она идет, как будто меня не видит. Вот такая вера. По детской вере Господь увеличивал, показывал, что эта вера должна рано или поздно коснуться, где-то соприкоснуться с Евангелием. А откуда эта вера была, это только уже от Бога. Ее увеличил сам Бог. Учусь здесь в Барнауле в техникуме. Никто меня не видит. Делал уроки, стемнялось. Ну, хозяева верующие, неверующие, не поймешь. Ухожу в сарай, становлюсь на колени молюсь. Кому? Тому, кто есть Бог, тот, кто меня в ад отправит. Но я молюсь. Иду на экзамены, молюсь, помоги, Господи, их сдать. Но спросили бы, где ты будешь? Ну, где? Я буду в аду. Вот с этой верой, с такой, еду на практику, люди спят, подъем в 7 часов. Меня надо часа, примерно, часов 5, кто-то поднимает, я иду в лес, запутываюсь в следы, чтобы меня не нашли, каждое утро. Большие ели разлапистые, становлюсь коленками на это разлапистые ее ветки на снегу, молюсь тому, кто звезды вот эти сотворил. Вера вот эта была всегда. От кого она была? Кто меня в это время учил без родителей? Никто. Брат, получая то же самое, это в Москве он сейчас запился. Это уже алкоголик отпетый. Он никогда этой веры не имел. А жили в одном доме, вместе учились в Корчино, в школе. Он нарушал на каждом шагу, лгал везде, курил. У меня был страх. Он на каждом шагу мог обмануть, есть молочные у бабушки сырчики, там сметану с этим своровать. Мне не надо было сторожить, я никогда в руки не брал этого. Нельзя. Хотя в других вопросах, может быть, по характеру я 100 раз его дурнее был. И вот с этим страхом, то есть с малым, надо носить крестик, тайно где-то перекрестить, и ушел в армию. Господь провел, но там увидел всю несправедливость этой жизни. Настолько неверно поступают командиры, что, ну не так, он говорит, вот это белое, ты называй черное, то есть видел, ты скажи, что не так, на ложь наталкивает. Ради своей маленькой такой выгоды, но я же подчиненный, обязан сказать, вот придет начальник, скажи, что я здесь был, но его не было, там гулял, я знаю, иначе тебе голфахта будет, никто ему не верит, хотя я говорю, мне не верит, а ему верит. И вот это заставило искать ответ, где? Ну где все-таки истина, то для чего жить? Попадается фильм, а в армии смотрел фильмы, «Отверженный» Виктора Гюго. Там речь идет о том, что как один преступник освобождается из тюрьмы, 20 лет посидел за булку хлеба. 4 года отсидел, совершает побег на 4-м году, 5 лет. Еще маленько не сидел, еще побег. Еще маленько не сидел, еще делает побег. А потом отсидел и вышел. Все его гонят, не пускают. И одна сказала женщина, ну там Азанец, пойди, там всех пускают. Там жил епископ. Двери никогда не запирал. Он его принял, как ангела, угостил, положил спать. А у епископа ничего не было, кроме подсвечника серебряного и ложек. И он, чтобы его не осуждали, так как он все деньги нищим раздавал, он этот прибор столовый, дарственный его, ставил на стол, чтобы все-таки люди думали, все-таки епископ есть у него что-то. Преступник решил все своровать ночью, убить епископа и убежать. И когда подошел подсвечником ударить, его в это время луч луны пал на него, он увидел, как ангел он такой лежит, и у него рука впервые дрогнула. Хотя он никого не убивал, но решился на это дело. В окно выпрыгнул, ушел, его поймали. Когда привели, теперь ему грозит еще лет 15, епископ обокрал. Сумки-то все нашли, а епископ говорит стражникам, нет, это я все отдал ему сам. То есть он, видимо, решился отдать. А ему говорит, друг, да кто забыл еще ложку, там одна серебряная, это все, что я забыл, я себе ее тоже отдал. И его отпустили. И вот отсюда у него начинается новая жизнь, и он становится добродетельным человеком и благодетелем целого округа. Исчезает разврат, строит дома престарелым. Он изобрел там, как делать разные детали там из стекла. И облагодетельствовал целый край. И когда однажды похожего ловят преступника и сажают, и думают, что под его именем, это не он, его-то разыскивает, он где-то там что-то тоже когда-то сделал. А он думает, я здесь, а тот, кто пойдет за меня страдать, идти мне или не идти, объявить себя, что что под моим именем, но это не я, и думать, если я пойду, здесь начнется конкуренция, снова развал, все разворуют, опять начнется здесь преступность. Сколько людей пойдут против Бога? А сейчас я здесь, сколько людей Бога благодарят, а голос говорит, все будут благодарить, и ни одна молитва не дойдет до Бога, и только один невинный за тебя будет страдать, это проклятие пойдет на тебя. А он уже мэр города был избранный, председатель горосполкома. И он тогда решил ехать на суд, и когда того судят, вызывает свидетелей из тюрьмы, приводят, все его признали, говорят, так это же ты, он говорит, я возначенный, скажи, что попало, говорит, в клету. Он правда говорит, которого судят. И тогда является этот мэр и говорит, это я. О, и к нему с уважением, с таким, как это может быть? И он тогда обращается к заключенным и называет то, что с ними было в тюрьме, в камере. Вы помните, я делал? И говорит, да. И тогда открывает руку, у него там пятно. Вы помните это у меня, когда я сделал себе это? Да, это я есть. А этого человека освободите. И дальше, как с ним, какие приключения будут? И он перед тем, как сдаться властям, говорит, у меня разве не было другой цели спасти не жизнь свою, а душу? И вот эта одна фраза, она сделала переворот в моей душе. Надо искать душу. Душеват идет. Он говорит, спасти душу. Ну неужели ее можно спасти еще эту душу? И там он вспоминает про епископа. У него была, говорит, книга. И на полях книги он делал пометки. И Виктор Гюго пишет, я подозреваю, что эти выписки были сделаны из Евангелия. Интересно. Значит, книга сама по себе хорошая, а тут на полях еще выше какая-то Евангелие. Что это за книга такая? Вот это слово Евангелие поселилось во мне. Пошел, достал книгу, прочитал. Раза три еще фильм сходил, посмотрел. Хороша. Ему говорят, ты много страдал, отец, когда он умирает, там, приемные дети, которых воспитал он, дочь его. А на весь экран показывает распятие Иисуса Христа. И он говорит, нет, дети мои, вот он великий страдалец. Вот это уже был поворот головы. Надо искать. Где? Не знаю. Думаю, в Союзе я не найду. Решил выучиться на штурман, уехать за границу. Думаю, там где-нибудь сойду на берег и уйду. Слышал, что так делают. А до этого затаюсь пока. Закончу и уйду. И вот в этот момент был в Латвии, в городе Венспилс. И сошел на берег. И никакого покоя нет. Идти в кино, еще 2 часа до кино. А что там я увижу? И спрашиваю женщину, скажите, у вас и баптисты есть? Слышу, такие есть. Но баптисты это нехорошие люди. Они там... Человека приговорят, а потом зарежут его, сжигают, жертву приносят. Что говорят, я то и знал. В таком возрасте я совершенно серьезно верил, что они приносят в жертву людей. Мне показали молитвенный дом, я попался на собрание, ну что я понял там, ничего. А у них выше, даже на большом полотне, белом, как просто, все блаженства, заповеди. И стоит Голгофа, и на ней 3 креста. Там не такие баптисты, то есть более склонные к тому, чтобы изображения были. И меня это немножко коснулось, а в общем-то нет. А они стали на колени молиться, рукой не крестят, а какая-то молитва, кричат что-то. Я там перешагнул через скамейки, мне же в кино надо идти, я вышел. И вот так как на молитве-то нельзя выходить, как у некоторых оброк у православных. А вот этот человек, будучи баптистом, перешагнул через этот оброк. Встал с молитвы и следом за мной вышел. Михаил Александрович Еремеев. Вот это... Да зачтется ему в веке будущем, во веки веков. Он меня остановил, кто ты такой будешь? Я вот моряк. Ты рыбак будешь? Ну, Господь рыбаков тоже избрал, какой-то Господь рыбаков. Что мне говорит? Господь рыбаков любит, хотя я не рыбак был. Куда ты идешь? Да вот, ну, немножко неправду сказал, вроде на корабль, надо еще в кино сходить. А ты ко мне приходи и дал мне адрес. Спроси дядю Мишу, я шофер. Все это этого дяди Миши не видел, а он низенький ростом, с вас такой, коротышка маленько, да сам черенький такой, вон какие баптисты. Те, что на коленях я не рассмотрел, все дня сидят, а этого увидел, значит, они небольшие, черненькие, я думаю, баптисты. У меня такое понятие, что они вроде по стандарту все, и раз баптист, вот такой и есть. Ладно, но завтра в городе опять сошел на берег, куда мне податься? И вдруг, Миша, а что не сходить в гости к человеку? Буду знать, что людям рассказать-то. А смотрел этот фильм «Тучи над Борском», как там девушку распинали на крестьяне, пятидесятники. Ну, со мной, думаю, в общем-то, они быстро не справятся. Я и приемы маленько знаю. Много людей не зайду. Зашел, а у них дверь сама по себе открывается. И чтобы не открывалась, как заходишь, они сразу ключ поворачивают, чтобы закрыть. Я захожу, они ключом 2 раза щелкнули. Он как, думаю, как заходишь, дверь запирает. Я сразу на окно смотрю, широкое, не думаю, табуреткой, ах, ну и был таковский. Я все пути отхода сначала рассмотрел. Посмотрел, в комнате двое. Жена вышла точно такая же, как он, низенькая, ростом черенькая. Думаю, ну я тогда убедился, баптисты все такие коротышки черенькие. Но они стали меня спрашивать, как веришь. Ну, я все рассказал, что верую. А как я верую? В церковь не ходил. Что Бог есть. А кто такой Иисус Христос? Ну что, Сын Марии. Она кто такая Мария? Ну, Мария Богородица. Ну, а Христос Сын ее. Его жиды распяли, я жиды говорю. И давить этих гадов евреев надо. У меня такое понятие было. Ну, а кто из них важнее это? Ясно, что Богородица. Мать всегда важнее сына, она старше. И... А что Христос это Бог, что Творец? Я еще вошел в дом, я еще не знал. А всю жизнь молился. Без начала, то есть под одеялом перекрестить, а хоть бы раз не перекрестить. А в армии ни разу не отслужил без этого. Молился все время. Вот эта бабушкина вера, она только туда и вела, где я был. Также выпивки продолжались с товарищами, гулянки, ну по пьянке покурю где-то, это все было. А остальное там, что от чего Бог хранил, хранил. А чего не знал грехи, я купался вот так вот, выше макушки все. Как вы говорите, и без пятнышка, сплошной грешник. Они мне предложили молиться, ну что молиться, давайте. Они стали на колени, а я тогда земными поклонами, они глаза закрыли, говорят, слышим, какой-то ветер идет. Ветер у них бурный начался тут. Она глаз приоткрыла, смотрю, кланяется. Говорит, ну пусть кланяется. Они не стали меня ущемлять здесь, в моей молитве. Ну я что знаю, Господи Иисусе Христе, Ты не можешь помиловать меня грешно. Достойно прочитал Богородицу, очень наш, больше я ничего не знаю. Ну и все. Ну и стою. Ну, пригласили встать на колени, помолился. Ничего еще во мне не тронулось. Просто мне все странно. Лежит книга, посмотрел Библию, они убрали от меня, положили на стол крупное Евангелие. Если хочешь, вот почитай. Я открыл, Авраам родил Исаака. Уж чего знаю, но знаю, что это не мужик мужика рожается. Посмотрел, а Исаак родил Якова, Яков там 12 братьев. Книга какая-то странная. До 18 стиха дошел, и тот листик у меня сохранился до сегодня. Красная ручка была, и написано, да, Рождество Иисуса Христа было так. Ох! Такие слова я везде выискивал, а тут подряд они написаны. Я их выписываю. Рождество Иисуса Христа было так. Прежде, нежели сочетались, они оказались, что она имела в очреве Духа Святаго. Уж не пронашивали Христа, да Мария. Но Марию я, конечно, побольше уважал. И свечку, когда заходил, всегда ставил две. Марии и Христу. Марии за то, что она мать. Но мать всегда заступится за человека. Женщина более склонна к нежности. А Христу, он, может, ничего и не помогает, но жалко все-таки. Я ему ставил из жалости всегда свечку. Распяли, висит на гвоздях, больно. Вот это я точно знал. Стал когда дальше записывать. Стиха 3 записал. Нет, думаю, здесь неинтересно. Подряд идет все божественное. Никак это где-то. Читаю главу. Они пока зашли, я уже где-то, наверное, 10 главу, там, 5-10 читаю. Они меня ставили, а сами в другой комнате что-то делали. Как? Очень интересная книжка. Они говорят, не книжка это, а это божественная книга, Евангелие. Книжка, какая разница, когда все книжки. Ну и попросил разрешения прийти на завтра, дальше почитать еще. Приходи. На завтра я уже бежал с охотой. И вот на завтра, вот за эту ночь, то, что было читано, что-то Господь начал делать. А что делать? Вот эта вся несправедливость была видна и на корабле. Где ответ на все это? Я почему-то почувствовал, что та антирелигиозная литература, которую я читал, где авторы безбожно нападали на Евангелие, они те слова не опровергают. И те слова мне нравились. Так вот, эти слова стали встречаться здесь. То есть, а вот свет Евангелия в безбожной литературе, я его находил, этот свет. А теперь сплошным потоком свет пошел. И я не могу дождаться, когда я приду к ним, буду читать. Это было в сентябре месяце, если не ошибаюсь, 29 или 30 в 1962 году. Нынче будет 20 лет. И вот... Когда день я почитал, вечером они предложили помолиться. Рассказали, вот как молятся, как апостолы молятся, эти места знают. Я удивился, как он находит глава стих. И сразу находит. Очень мне показалось это интересно. Даже как-то заманчиво. Как так? Легко так находится. Какая книга? Она разбита, все по цифрам, и все легко. Книга, каждое название, глава, стих. А я в это время занимался языками. Ну, разговаривал по-английски, там, понимал немножко, по-немецки, там, французским занялся, испанским. Что попало собирал. И вдруг они меня открывают. Они из баптистов, которые увлечены пятидесятничеством. Разговаривают там на иных языках, вот, говорят. Но я от этого понятия не имел, что. И они мне открывают Деяния апостола, 2 глава. Как сошел Дух Святой, как заговорил на иных языках. Я говорю, а какие языки? Говорят, ну, вот он немецкий. Я говорю, так мы иные изучали его? Нет, не изучали. Но я говорю, а по-латышски за 20 дней научился разговаривать? Нет. Тут даже 20 секунд не было. Сразу стали говорить. Ну что-то я бы мог поверить, а вот именно языки, если бы я их не изучал, я бы, может, поверил. Но так как я изучал, и я положил на это уже несколько лет, какая в этом трудность, это я хорошо знал, что знание языка надо поддерживать каждый день, читать, со словарями заниматься, встречаться с людьми. И вдруг не изучая, нет, этого быть не может. Я говорю, это неправда. Они говорят, тебе не нравится глава? Дядя Миша подошел с ножницами и говорит, хочешь, давай вырежем эту главу. А зачем? Ну так тебе, раз не нравится, чтобы осталось только самое хорошее. Он говорит, а мне вот третья глава, говорит, не нравится, там исцеление было хромого. А тетя Аня говорит, а мне вот не нравится пятая глава, там, говорит. А еще, говорит, другим людям другое, что останется у нас? Корочки. Значит, Библия, Слово Божье, здесь вырезать ничего нельзя, принимать все как есть. А я не верю. Он говорит, а хочешь, будем молиться, Бог даст веру. И когда склонились молиться, вот это был тот самый момент, о котором было сказано Христом Никодиму, надо на тебе родиться свыше. Внезапно я увидел всю свою жизнь, вот она как, когда утопает человек или помирает, говорят, вся жизнь, она вся передо мной прошла. Я сказал, Господи, дай мне этой веры, чтобы я всему верил. И вот я почувствовал, стоя на коленях, может быть, теперь повторяя неоднократно это все годы, как-то закрепилось у меня именно такое понятие, что если не так, скажу, прости меня, Господи. Не ради чего-то говорю, а мог забыть. Мне почувствовалось, что я на коленях, вот когда долго мешок не пьешь, рюкзак, и вдруг его сняли. Я даже качнулся на молитве. И вот как эхом разнеслась комната большая, она как вот из угла в угол даже как будто ударила что-то, звуком таким, верю. Вот так, верю, 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 верю. Как звуком таким, верю. И мне как свет какой-то, внезапно все открылось, внутренности глаза. Я верю всему. Помолились, сказали аминь. Я встал, без слез молился, этого не было. Потом придет. Встал, всему веру. Я открываю? Да. Но ты же веришь? Верую. Ты прям веришь, что заговорили на других языках. А почему это написано не верить? Я верую. Они тогда давай на других местах. Вот Иону превратил кит, вот моряк там. Ты знаешь, кит проглотит, что там будет? Ну что, весь он в кислоте, и через час там уже и ничего нет. А он живой, верю. А как ты веришь? А верю и все. Вот вера дана мне была мгновенно, как вот апостол Павел шел, то есть таким образом, сразу вдруг она мне открылась, все. Но раз все это открылось, сомнения, с тех пор, с того вечера, по сей день, у меня ни одной буковки не было под сомнением Библии поставлено. Это истина. Истина это не подвергается ни сомнениям, ни исследованиям, только ее можно принимать, удивляться, исполнять, благоговеть, страшиться. Это дано было в тот самый момент. Я стал просить, и они обо мне все стали молиться. Там можно, выражаясь сегодняшним языком, сказать, крепкая была молитвенная группа, как комитет созданный. Они разбили сутки на молитву. Вот вы, бабушки, от 2 до 4, вы будете с 4 до 6 днем, другие, которые с работы приходят вечером, вставать раньше, вот так вот все. И они сразу меня на руки молитвы приняли, все стали обо мне молиться. И на меня Господь стал изливать такое обильное благословение, в исследовании Слова Божия. Я кроме Библии, я же много книг с собой было, учился на штурмана. Я рассказываю, добился разрешения сдать сколько там, 3 курса, все за год, и на немецком, французском или английском. Все предметы на одном из языков, сразу выход за границу. В это время мне так все странно показалось, зачем это все, когда есть вечность. Есть надежда спастись. А в это время они мне дали рассказ, как один муж с женой, ну вот как верили, может, я, и стали... Нашли Евангелие, стали читать. Муж читает, а жена там то пол моет, то шьет. И говорят, если эта книга правду говорит, мы погибли. Читает дату, 2-й месяц. Дочитали до того места, там, где Бог начинает через пророков говорить, что пошли в Мессию. Дочитали до Исаии. Он говорит, жена, если эта книга говорит правду, то есть надежда на спасение. Наконец заходит до Евангелия, где Христос умирает за грехи людей. Он говорит, жена, если эта книга права, говорит, то мы спасены. Вот у меня было такое же состояние, только быстро, не в месяце, а вот в эти считанные, может быть, минуты Господь меня провел. Это верно, и я погибший. Это верно, и есть надежда. Это верно, и я могу спастись. Торговаться нищим. И настолько сильно была во мне вера, что к утру весь караван, не корабль, а караван кораблей у нас был, там передали уже, сказали, человек сошел с ума. То есть в насмешку, они не серьезно, но в насмешку. Я с ними всем стал говорить о Боге, всем. Немного дней прошло, меня вызвали, смотри, мы тебя предупреждаем, на тебя забрасываем крючок, ну, морская терминология, или ты прекратишь, или мы с тобой расстанемся. Какой-то руководитель, будущий руководитель, корабль там заплутает в море, а ты что, твой Всевышний тебе помогать будет? А тут ремонт корабля был, и меня, ну, во время обеда я заснул, меня фотографировали, и на меня эту фотографию прилепили, всем газетам написали «Сон блаженного Игната». Я там в рове отдыхаю, к стенке прислонился там в каюте. И написали, что вот бродит по религиозному болоту, ищет где-то правду, истину, а это только подтолкнуло еще более. Ходя на берег, я стал ходить в библиотеку, узнавать все, что есть в тех книгах. Большая советская энциклопедия оттуда. Но это только временно. Основное, стал посещать баптистские собрания. Через 3 месяца они мне предложили на кафедре проповедовать. Но проповедовать, что я говорил, сейчас вспоминаю? О любви Божией, что сам испытал. Я ни в какие вопросы не входил, о чем сейчас беседую, там никто их и не разбирал. Такая группа слабенькая в богословствовании. Но любящие, но они развиты, одни духа принимают, как бы они понимают, языки говорения, а другие не принимают. Но так как они вошли в регистрацию с баптистами, они считаются все баптистами. Ну а дух-то пятидесятнический. И я приник к духу пятидесятническому, с ними вместе был. Они стали предлагать крещение, а я нет. Они мне не дадим тебе проповедовать, я говорю, я не иду. А сестры тогда на братьев, так вы что, брату не даете? Они меня полюбили? Ну, может быть, что я помогал им, да, может, что какие-то такие. Да, может, что-то и говорил, нравилось, не знаю. Они, братьев, тогда почему не даете? Они мне тогда ходят по городу, да сватают, выйди да скажи. А я боюсь сказать, мне страшно было говорить. Перед народом выходить как-то стеснялся, да думаю, скажу неправильно. Но вот самое-то большее в этот момент, что считаю, Бог дал мне все поглощающее. Желание и страсть к Слову Божию, буквально страсть. Такое страстное желание его изучать, смотреть, узнавать. Что на работе был я, когда уже уволился с корабля, ушел плотником. Я вот представляю, какой стих, на каком месте у меня Библия вот так открыта. Сейчас приду, вот я буду читать дальше, какие стихи, как она говорит, какой язык, какая красота, какой слог. Что в обед спрашивал тетя Аня, ты обедал? Я искренне не мог сказать, обедал или не обедал. Мне не хотелось даже есть. Одна Библия, она заслонила весь мир для меня. Приезжают гости там с юга, с севера, и всегда заезжали дядя Миша. У него дом как заезжий был, не с вашего такой же. Я всегда в дальнейшем буду молиться. Господи, дай мне такую жизнь, как у дяди Миши, чтобы так же люди заезжали, все так же было. И у меня ничем не отличается, как у него. Точно так же все. Все так же. Так же они вдвоем жили, так же заезжали люди, и постоянно. И вот, в общем-то, все сходится. И вот люди приезжают, у них разбор слова. А я в другую комнату уйду, в уголок, сяду, Библию читаю. Он зайдет, у тебя что, естественно, люди приехали, такую даль. Ну, поучаствуй ты с нами в беседе. Зайду, минуту-две посижу. Ну, что я буду слушать, когда у меня там Библия лежит? Потихоньку выйду, опять в Библию, и все. Я не видел, ни одной книжки мне не надо стало. Ни друзей, ни товарищей, ничего мне не надо. Мне нужна была только вот одна Библия. И уже примерно через год, когда встречался со старцами, старые, ну, так, баптисты все-таки места писания, хоть не разумение, но как написано, где написано, знают в массе своей лучшей православных. Так они ни один не верили, что я, допустим, такой год, как верующий. Ни один не верил. Вот прошло столько времени, здесь я не хвалиться, не хочу ничего, просто сказать, ни одного человека еще на своем пути не встретил, у кого было бы такое желание так изучать Слово Божие. Мне не дано этого. То есть у меня была такая жажда, что за меня даже боялись, что надо было мне от Библии маленько дать отдохнуть. Ну маленько хоть отдохни, то вот сходи. Ничего мне не надо. Я мог 24 часа над ней сидеть и вот читать, запоминать, где эти места, выписывать на работе. Лихорадочная жажда и стремление к Слову Божию. А вот здесь, вот как говорил Господь, а почему Он сказал, это где ответ? Потом уже буду участвовать в беседах. И вот это, опять же, раз это был мой путь, я его буквально требую от каждого. И нахожу на это подтверждение. На меньшее не согласен. Это в своем роде, опять же хочу оговорки все время делать, не ради похвалы. В России был Ломоносов, ему была жажда знать все. Он один такой был. Так вот у нас вот это один, то есть не один, а все должны так желать Слово Божие. Получается день и ночь, вникать в Слово Божие, искать разрешение всех проблем, решение всех насущных вопросов, всего непонятного в жизни. Какие возникают вот эти неурядицы, все разрешает только по Библии. И когда сегодня люди сидят ответ и дают другое, что хотелось бы, как мне пришлось пережить, не признаю и считаю, рано или поздно ты раскаешься, что бродишь на окраине где-то. Если Библия не стала настольной книгой, если не в этом веке, в будущем, ты жестоко раскаешься. Почему столько сегодня вер течений от незнания Слова Божия? Почему у нас столько неурядиц? Человеку сделал замечание, но из себя выходит. Нет страха Божия, то, что Бог дал в первый день. При рождении, может быть, мне. Почему сегодня между нами часто нет согласия? нет истинного доверия Господу по Его Слову. А уже дальнейшая жажда Слова Божия побудила искать истину. То есть истина в Библии, но дайте ее разумение. Там смущало, что в Латвии очень много разных толков, течений, сект. Почему все Библии все понимают по-разному? Господь позволил ни одного дня не быть ни баптистом, ни пятидесятником, ни кем. Так и остаться в том, что я есть и был. Хотя среди них был, и ел, и жил, и спал там. Все было. Когда искал, где ответ, уже в городе Пензе, один из баптистов, он теперь пресвитером, принес мне книгу «Миссионерский, сшитый вместе сборник», называется «Ревнитель», православный. И там говорится о том, как беседовали православные с баптистами, с адвентистами, и как победа, конечно, на стороне была истины, православия. Она небольшая книга такая была, примерно 1400 страниц. Вот такая вот. Я ее, например, на 9 раз законспектировал. На 9 раз. Запомнил ее почти от корки до корки. Всю. С любой позиции, с любой страницы, в любом прямо в кость идти, чтобы знать все. Все, сколько мест там было, допустим, ну несколько тысяч мест. Я почти до единого наизусть запомнил. Я ее на работу таскал везде. Она стала, эта книга, для меня рядом с Библией лежать. И я настолько боялся, что это будет утеряно, что распространил вот это вот. И в разных городах у разных знакомых спрятал. Если со мной что-то случится, посадит, то я вернусь, чтобы найти вот это толкование Библии. Вот только краткое, не на все вопросы, она спорная с сектантами. Когда стал с ними беседовать, но он-то не знал, что там такой заряд заложен в этой книге, который мне дал, он, может быть, и не дал бы мне ее. И я теперь... Он, видимо, так посмотрел и отступился от меня. Я теперь стал противодействовать им. А встречался уже со старшими пресвитерами, это с нашими по православному с епископами, их пресвитерами. Стал эти вопросы спорные представлять им. И они все между собой разница. 5 человек по-разному все отвечают. И отвечают все 5 неправильно, а я-то истину знаю. Я говорю, а вот так. Возразить они ничего не могут, стали злобиться. До этого на меня говорили. Занимался с баптистской молодежью, к нам пророк Илья приехал. Бабушки. Как только православное понятие во мне укрепилось, стали говорить, это гнилое бревно. И мысли этих язычников на острове, говорю, тут же переменились. Вначале говорили злодей, а потом говорили от Бога, а у меня только наоборот. Но видно, что я стал там чужой. А я стал уже настаивать, у меня вот оружие-то в руки мне уже вложено. Но сколько я им там это, дома не тренируюсь, мне рано или поздно охота попробовать его в деле, это оружие. Стал напрашиваться баптистам на встречу об иконопочитании, они воюют против икон. Ну, пресвитер решил собрать, давайте соберем, чтобы наших людей обезопасить, молодежь-то ко мне склоняется, люди стали привлекаться уже. Давайте дадим ему отпор, разобьем это ложное учение, и тогда нам будет легче с ним. Они не знают, что со мной делать, как меня выкурить из этого города-то. А активности мне Бог дал, не занимать было, я тогда занимался много. Собрались, я говорю, условие только такое, чтобы равно было дано тебе, полчаса мне, и чтобы никто не кричал. Мы пришли только двое с братом таким, а с их стороны, допустим, человек там 70 баптистов. Кто будет мешать, крикунов в стенке. Вот баптист выступил, он там полчаса проговорил все против икон, они идолы, есть глаза не видят, уши не слышат. Подобно им да будут делающие их. Это идолопоклонство. Вот в 20 веке вот идолопоклонник пришел среди нас сидит. Мы это и рассказываем. Братья, неужели есть среди нас люди, которые увлекутся этим страшным заблуждением? Это идолам, жертвы приносящие, бесам приносят. Ну, мы выдержали все, ни слова не сказали. Предоставили мне слово. Я встал, открыл Библию, стал говорить. Я еще не дочитал первое вступительное слово, ну, может, 3 минуты. Поднялся крик. Пресвитер пытается утешить, не могут. Гвалтом стали кричать. Больше 5 минут мне не дали ничего сказать. Я еще ничего не сказал. И на этом встреча была закончена, и категорически запрещены в дальнейшем любые встречи их. Отлучать всех, кто будет беседовать. Это будет продолжаться по сегодняшний день. Здесь вы уже сами убедились. Вот это-то было последней точкой, которая отвратила меня от сектантства. Думаю, старший пресвитер. Пресвитера сидят здесь. И вы одному воробью, дохлой блохе, мне не можете ни одного слова возразить. Вот это и говорит, что раз вы кричите... И народ начинает кричать, я вижу, что они беснуются, я вижу, что дьявол уже шумит. Если правда на вашей стороне, вы считаете Христос с вами, а со мной враг, то вы-то должны вести себя как я, а я как вы, кричать, и ничего не имея возможности с вами сделать. Но так как вы все волнуетесь и не знаете, что сказать, этим вы и показали, что Христа с вами нет, по слову Божию. Может, это в делах ваших есть, за столом, там, в поле, в огороде, но когда открыта Библия, здесь Христа нет, это они показали. А тут, случилось так, что пришлось выехать. В дальнейшем при всех встречах Господь будет только укреплять. Господь дал что еще? После каждой беседы делать разбор, ну, вот, который близкие друзья знают, после встречи с адвентистами, пятидесятниками, баптистами, мы тщательно записываем, тогда записывали на бумагу, сейчас на магнитофон, прослушиваем, еще раз проверяем, нигде ли мы не ошиблись, давайте еще под сомнение свои слова поставим, и видим, только так. И вот в этом же направлении, когда я шел, я встретился вот в основном почти со всеми вами. Что мог я вам сказать, вы сами знаете. Как это у вас привилось или привинтилось, сами видите. Но говорю, что самое лучшее доказательство, и слово Божие, правоты и неправоты, это личная встреча. Вот человеку я говорю, устройте встречу с баптистами. Бояться, говорит, прости за выражение, как бес ладана. Встретиться и рассуждать по Библии. Ни единого нигде не можем найти. Еретика после первого-второго вразумления отвращается. Это они обо мне говорят. Это отвращайтесь, не подходите. Я говорю, вы одного раза не подходили еще. Ну давайте одну встречу. За все время мы ни разу не беседовали еще, по-настоящему. Записано. Почему не встречаетесь? Боитесь. Вот это относительно Слова Божия. Второе, что вы задали. Что я чувствовал в себе самое греховное, какое зло или злы, во множественном числе, даже изобретем это слово. Ну, Златоуст говорит так. Господь допускает не все сразу искушения на нас, чтобы они нас не одолели. Молодость – это похоть плоти. Это красота. Мужчину смущает красота женская и все остальное. И кто свободен от всего? Побеждать чем? Постом, молитвой. О, если бы, говорит, был свободен, мог бы смело смотреть на небо. Как один старец, уже умирая, говорит, я так от этого и не избавился. Приходится привести слова святого мужа, что подвязаясь 30 лет в пустыне, 30 лет, там остались одни кости, говорит, усохшие, плоти нету, только кости. И несмотря на это, он все еще продолжал слышать пение, которое было на пирах и шелест женского платья. Хотя 30 лет он ни одной женщины не видел. Это что? Это у меня есть такая картинка небольшая. Сидит монах, ученый, видно, над Библией и, видимо, заснул. Заснул, а дальше видение далеко, в саду с кем-то обнимается, стоит. Это не остается. Да. Но считаю, что на первом месте, видимо, остается грех осуждения. Суждение и осуждение близких. Не тысячи, наверное, миллион крат уже обещался не судить, не говорить. Ничего не получается. Но вот в этом нахожу благодарность Господу, что Бог не дает мне, не допускает, вернее, до отчаяния. Почему приходит это? Недавно мне даже на исповеди был задан этот вопрос. Но почему? Я отвечаю так, от неумелого или от неумеренного, как зато говорит, желания, чтобы все спаслись. От зависти нет, зависти не имею. Не могу найти человека, который обличил бы меня в зависти. Хотя я, те, кто враждует на меня, или на то, что на ярлу песни, могу сказать, от зависти. Указывает священнослужителям на это, вплоть до архиереев. Завистники вы другой славе, что другой проповедует, люди обращаются, как вот такие проповедники. Прости, Господи, если это осуждение. Не имею зависти никому, кто впереди меня где-то стоит. Нет. Не желаю нигде во главе быть, может быть, и мог бы. Предлагалось мне одним архиереем быть священнослужителем. Может, я боюсь труда, может быть, боюсь того, что не исполню, и этого боюсь. Но боюсь этих завистников, которые день и ночь будут преследовать. Священнослужители друг друга подпишут за эти звания, за эти камелавки, за эти наперстки свои там, за все. Беда в домашней жизни, вот что настигает. Нет воздержания. Злая у тебя, говорит, жена, знает о тебе за злую твою жизнь, зато устать, говорит. А что делать? Друг воюет, брат поднялся, жена против. Смиряйся, а раб против тебя, смиряйся, любовью обрати их. Вот это нет. Я ему наговорю очень много. И таких слов я ему скажу, что плакать будет. Крепкие слова, да может они и верные, да все злые слова могут быть. Сколько раз после опамятования думаю, ах, не надо было этого говорить. Хотя я говорил ради спасения. Ты вот противишься, ты не хочешь смириться. Но ведь и сам-то в этот момент не смирился. Вот каждый раз, думаю, по-другому можно было. Но вот как в какую-то черную колею заедешь, никак ты из нее не можешь выехать, это на мотоцикле. Это уж по ней гони, лишь бы только не упасть, думаешь. А тут уж колея такая, одна голова такая видится над землей. Думаю, ну можно по-другому подойти, но раз удается. А как я могу жить тогда в этом непрестанном грехе? надеждой на Бога, верой на будущее, верой в то, что за меня умер Христос, и рано или поздно его пречистая кровь поможет от всего этого освободиться. Живу сейчас только верою. Вот главное в этом сейчас у себя вижу, может быть, что-то я не досматриваю. Этот грех осуждения у меня распространился на священство. Еще большее зло увеличилось. Что мне священники мешают? Нет, не мешают они мне. Мне они не помешали. Страшно делается за их судьбу, за то, что не учат людей, и народ погибает. Но как к ним подойти? Я начинаю говорить словами Златоуста. Но ведь я не Златоуст, Златоуст патриарх был. Тогда мне что, в писаном виде давать молчком? Я еще не избрал такую тактику, лучше избрать. Но я говорю просто их слова, какие есть. Но эти слова-то никто не признает, что Златоуст, а именно ты на нас злишься, говоришь, ты нас поносишь и отлучить тебя, вот и весь сказ. И настолько оказались люди обозлены, видимо, за этот грех, я считаю, что стоит мне у баптистов, там, у старобрядцев появиться, только появился, поклонился и вышел. Месяц эта буря не будет стихать, там какие-то особые вербуленции возникают, как в ядерном реакторе где. До скорости света начинают они там буквально мысли не носиться. Пишут, строчат уполномоченному, предать его, затопить. Если бы я сегодня вот умер, мне кажется, баптисты и те бы в православную церковь пришли, чтобы панихиду справить, порадоваться. Вот настолько все обозлены на меня, но несмотря на это, Бог дает и друзей. Опять прекратить свою, если назвать деятельность или что-то встречается, или уже не могу остановиться, или что. Но мне кажется так, однажды я вычитал. Истинная работа, то есть подвязание, всегда вызывает и находит истинных друзей и истинных врагов. Когда ничего не делаешь, нет ни друзей, ни врагов. По друзьям я определяю врагов. Бог дает, главное, мне друзей. Вот в чем дело-то. Если бы было все не истинно, не было бы друзей. Смотрю, может, эти люди такие только, льстят. Нет, посторонние люди совершенно. Вот новых даже некоторых вижу. И сердца наши располагаются друг к другу. Мне хочется, чтобы мне в жизни встретился человек, который со мной ни разу не встречался, но понимал бы все, как я. Есть люди, которые понимают, как я, но эти все люди, как говорится, из нашей зыбки вылезли. Здесь они и были. Встречаю таких людей в чем-то, может, они не так, может быть, одинаковых людей не встретить. А с какой целью одинаковых? То есть подтвердилось, чтобы, что, в первую очередь, не на ложном пути, хотя я в этом не сомневаюсь, что не на ложном пути. Ну и, Господи, дай мне подтверждение, что пусть везде будет сухо, хоть в этом месте с этой росы можно будет нажать. Чтобы не одна волосинка была, а этот килограмм шерсти-то был, как, когда Гедеон там загадывал где-то. Встретил несколько человек, которые не встречались со мной и понимают, в общем, почти все одинаково, но только почти. Но здесь еще одна странность. Те люди, которые приходят, даже вот из сектантов, проходит какое-то немного времени в православие, через встречу, может быть, со мной, в некой степени пришли. А они, ну, пройдет год, они начинают меня обвинять не в православии. То есть они делаются такими православными, что для них я уже и нехороший православный. Надо воевать с сектантами, надо вот делать больше и не встречаться с ними, и ни в чем с ними не участвовать. Я занял такую позицию в вере. Истина в православии, но часть истины может быть везде. И хорошее брать отовсюду. Отовсюду. Баптист, это пятидесятник, у каждого есть свое. Вот это вот хорошее мне не позволяет нигде брать. Ты ищи это хорошее в православии. Туда не обращайся. Ну а что хорошего, допустим, баптистов привязаны к Слову Божию, вот это, что знают друг друга, выходя, не разбегается тот час, посещают, мы можем это все православное делать, так? Но у нас этого нет, а вот разбежались и все, поклонились батюшке, с миром по домам. Вот не знаю, как тебе это удовлетворенно рассказал о своем обращении и сегодняшней греховной жизни. Еще хотелось бы услышать, как у вас с Богом складываются отношения, я уж так по-бытовому выражаясь, после того, как вот вы почувствовали, что вы верите, что для вас Господь открыл отверстие неба, и что вы спасены. Вот этот момент, когда вы почувствовали, как в дальнейшем складывались, вот не обращались они какими-нибудь несчастьями вашими, как-то не влияло ли это на это взаимоотношения с родственниками, ваше обращение с другими людьми? Вот в этом плане. Видите, то, что опять я рассказываю, почти никем не приемлется. У меня жесткая позиция. Мне говорят, ты не просто проповедуешь, ты буквально хватаешь за волос и тащишь человека. Вот почему мне яру песни нравится. нравится Златоуст. Он именно так. И не идет человек в храм, говорит, поехал на поле, стащи в телеге, говорит. И слышишь, он курит, ударь его, говорит, освети руку ударом. Ну, хотя не ударил, но я очень близок все время около этого, когда человек порочит имя Божие. Не хочет он ничего видеть. Кровавыми слезами будут плакать люди, что слышали и не обратились. Все остальное прах, тлен, черви мой, гиенна и боль и пыль. Все ничего не значит. И когда с первого дня пришлось так говорить, то в первый день дома ополчился отец. Ну как так? Я тебя учил за это, он хотел, чтобы я был не таким коммунистом, и через партию там добился успехов, отцу был бы почет. Ясно, отец ополчился, с братом два раза искали меня погубить, убить с ружьем, да с топором искали. Господь сохранил. В дальнейшем Господь показал подтверждение того, что как поступаешь, так и поступай. Я как от Бога принял это, потому что слушали меня, будут слушать вас, сказал Господь. Ненавидели вас, меня будут ненавидеть вас. Но мне вот это слово Христа прошлось. Как я в стихе одном писал, крестом расписалось на мне. Это было. Обратился брат один, не просто, а по-настоящему, который сейчас священником, искренне верит в Бога. Второй брат, о котором в будущем наша знакомая, близкая скажет, в своей жизни я видел только одно настоящее обращение, когда знала, что это настоящий грешник, 100% погибели ему, не признает и воюет против Бога, и чтобы обратился так, чтобы ничего ему не надо, кроме Христа. Я знаю многих верующих, но которые шли постепенно, вот так подходили, уверовали, но чтобы был таким ярым атеистом, против воевал, и так обратился к Богу, что ничего не надо. Это мой брат Павел. Вот, у которого заезжали, во Флунде живет. Он такой был. Все искал, изучал, что против, что Бога доказать, что нет. И учился в институте, комсомолец, и устроился в КГБ, работал там, при дверях где-то, предверником стоял. Но во всяком случае, ярый безбожий был. Доходило до того, что пьяный уезжал, только что, может быть, нижняя белишка там какое-то оставалось. Все растеряет, и дрался, и что попало делал. А обратившись теперь к Богу, его никто не может узнать. Это одно-то, кого где принять, кого где найти, кому где помочь. Всех бабушек он там знает, при церкви, на работе, везде ему попёт. Это тоже мой снопик, я его себе беру. Если бы не свидетельствовал о Боге, может быть, вот так вот спаситесь, вы обязаны спастись. Такого слова, вот, может быть, и нет в Евангелии, но об этом говорится, что придите все ко мне грешники, придите труждающиеся и обремененные. После этого приходит одна сестра, пришла вторая, третья к Богу. Мать оказалась в церкви, пришла. В какой степени там Бог судья. Но факт тот, что я видел плоды. Результат вот настойчивой проповеди, непрестанных, может быть, укоров, свидетельствования о Христе. Если бы этого не было, я, может быть, тогда и подал в отчаяние, что, может быть, неправильно. А я убеждался на опыте, что это так. И когда вот у меня Ирина работала, ну, у нашего архиерея, и архиерей как бы сказал, ну нельзя же так, ну не принимает один раз сказать, я же не могу ничего сделать. Она ему говорит, если бы нам Игнатий не говорил, мы бы не обратились. Но он, может быть, испытывал ее и говорит, ну что вы все, Игнатий да Игнатий, кому обратиться, тот и так обратиться. Не обязательно ему и говорить. Причем он здесь? Она говорит, нет. Она-то это понимает. Теперь, читая я у Златоуста, он там говорит, некоторые говорят, кому обратиться, он обратится без проповеди. Это сатанинские мысли. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Все наши родственники слышали только Слово Божие. У нас не появилась никакая писулька, никакая записная книжка, одна Библия. Еще в семье у нас много, которые могут обратиться к Богу. После этого свидетельствуя вот эту истину, наблюдал, приходили люди из баптистов, из других течений, которым Господь сердце к разумению истины открывал, из мира. Значит, я на практике убеждаюсь, что это действенный путь. Мои отношения с Богом в этот период так и складывались и складываются, как я их понимаю. Буквально с первого дня мне было сказано молись о слезном даре. А что такое слезы? В дальнейшем, когда я пойму, я буду ставить другому. Вот ты верующий. Давно вот столько-то. Когда ты последний раз забыл себя в слезах на молитве, то есть ты и Бог. Как будто тебя нет, ты рядом с Богом стоишь, беседуешь. Вот когда такая молитва у тебя будет, ты тогда поймешь, о чем я тебе рассказываю. Она ко мне пришла, вот эта молитва, неожиданным довольно путем. Я готовился выезжать домой в отпуск корабля. И там была встреча у этих, как пятидесятники назовем, баптисты-пятидесятники. И они меня туда пригласили, раз я с ними был, они ко мне хорошо относились, и ждали какого-то человека, и для него приготовили Библию. А мне уже в это время удалось иметь Новый Завет. А Библия не каноническая, 66 книг старого образца. И тот человек не пришел, и они уже с собой что-то поговорили, и решили здесь торжественно эту Библию подарить мне. В дальнейшем я за эту Библию вот такую вот сюда привезу, отдам, когда меня Господь уже благословит. Потому что я никогда не хотел никому ничем быть должен. Ну а тут они меня поставили посредине, я думал, что просто сказать какое слово им, и вдруг выносят эту Библию и говорят: тот, кому она была предназначена, его нет, а предназначается она тебе. А я в это время уже молился, а Библии нигде нету. Неужели я буду сам обладать Библией? Ну неужели? Хотя уже я от корки до корки мог буквально почти каждое место, в общем, нащупать где-то. Все заучил наизусть. И когда мне дали эту Библию в руки, я ничего не смог сказать. То, о чем молился я о Библии, и о слезной молитве, оно пришло ко мне одновременно. И я вышел в коридор, там много одежды висело, я уткнулся, и весь вечер не мог от одежды, так я проплакал весь вечер. А на улице была весна, ледок так хрупал как-то, вот так все у меня и осталось в памяти. Как это время приходит, так хочется где-то найти одежду, уткнуться, все так же повторить то время. Как ребенку хорошо было на коленях матери. И я с этой Библией там в коридоре спрятался, головой в одежду зарылся, может, одна борода такая видна была. И весь вечер там до утра постоял и проплакал. А когда утром уехал, я всю дорогу вспоминал, как это подходило. И как начну молиться, Бог мне слезный дар. Считаю, слезы – это один из основных определителей посещения Богом. Сладость тайной молитвы, когда никто тебя не видит. Вот что означает «закрой дверь». В храме этого у меня почти никогда не было. Величием своим собор подавляет. Вот этот шум, толкотня. Но вот это вот отношение уже Бога ко мне, насколько Он любит, как Он благословляет, как избавляет от опасности, этого нельзя перечислить. Но настолько чудесно Бог делает, настолько у Бога точный хронометр по времени, где с кем встретиться. Расскажу, хотя бы встреча была у меня позавчера. Да. Заболела у меня кошка, ее признали вроде, что-то у нее там называется, стригущий лишай. Ну как-то спасать надо, помазал, не помогает. Я ее завернул в тряпку и пошел в ветпункт здесь. Вот я-то раз в 10 лет, может, туда в пункт этот пришел. Теперь человека, которого я должен увидеть, он должен зачем-то прийти точно в этот момент. И я же не сразу пришел и туда. Я должен достоять очередь. Вот когда моя очередь дойдет, теперь только тот человек придет. Эта очередь будет меня держать. Она меня не пропустит, потому что тот человек не пришел. И в это время подходит ко мне один человек и говорит: я вроде знаю, вы строители, вы не могли бы у нас понять вот этот пункт? Подошел по-русски, здоровался, я его и знать не знаю. Откуда он меня знает? То вы не могли взять его побелить? Я говорю: да можно бы, конечно, но только мы нынче не беремся, нет у нас времени. Но я говорю, могу дать вам хорошего такого адрес человека, который белит, его во всем крае знают, приглашают. Он говорит: давай, вытаскивает книжку записную, начинает. И вот тот человек еще не придет, пока тут достает книжку записную. Человек подходит к дверям, теперь я уже знаю. Теперь я начинаю говорить: пиши адрес. Радищев, 67, это молитвенный дом баптистов. А фамилия Калюжный Миша. А в это время последний шаг делает Калюжный Миша, подходит и говорит: правильный адрес даешь. Вот подумайте, это что, совпадение? Что я, может, 10 раз прихожу в этот пункт, мне нужда кошачья загнала. Тому человеку зачем-то надо, теперь будет какой у нас разговор здесь, который намечался. И я произношу его имя, и в это время он переступает через порог, и слышит, я его называю в добром тоне. И вот это, что я о нем хорошо говорю, его как раз и располагает. Хотя он, может быть, был ко мне и не расположен. Случайность. Но таких случайностей по времени я тебе могу назвать очень много. Едем однажды с Сашей Долговым в Москве. И адрес я, кажется, даже потерял одного человека, Мишу Гордеева. Но Москва, она побольше Барнаула. Где его найти? А у нас билет взят на Ригу. Но нам очень охота с Мишей встретиться. Он уже склонен к православию принять, но с баптистами. Он уже там у них крещение принял, все. Ну неужели я его не увижу? Ну не увижу. Едет к моему брату. В это время Миша в городе Москве на работе. Вдруг у Миши беспокоится, надо домой ему. А зачем, он сам не знает. Но нас теперь надо в Москве где-то, чтобы столкнуть, в Москве, вы помните где. Брат мой поднимается на меня, если бы брат хорошо, я бы сидел, но я же не успею к Мише. В это время сатана старается что-то сделать, что-то свое. Господь допускает, брат ополчается на меня, выметает из избы, я тебя слушать не хочу, ты о Боге говоришь. Мы идем, спешим. Миша едет в это время на машине к метро. Нас Господь побуждает бежать скорее, бегите бегом. Мы бежим, сами не знаем, торопимся вроде надо. Ночь, темнота. И мы должны забежать в метро в станцию, около которой он работал, далеко на другом конце города от своего дома. И забегаем мы точно в одну электричку, в один вагон и садимся на одну скамейку. Это случайно? А рядом Саша Долгов говорит, меня толкает в бок. Ты глянь, кто? Я говорю, где? И Миша глаза удивленные смотрит на нас. Ты куда? Я сам не знаю, куда, домой хотел. Домой на вокзал. И я с вами на вокзал. Теперь мы на вокзале обо всем побеседуем. И она говорит, баптистам ноги больше не положу. У него уже там разрыв намечался. Беседуем, и эту всю встречу, всю беседу, я у него с тобой был, там мы записали. Это что, случайно? Какое отношение Бога ко мне? Я таких случаев могу назвать очень и очень много. Начинаешь свидетельствовать с человеком. Кому засвидетельствовать не знаешь? Ну вот человек, живой свидетель хотя бы. Стоим мы на станции Тальменко. Ну, раз мы верующие, мы желаем, чтобы во всем соблюдать постановление Господне, даже внешне, с бородами все. Вижу, стоит человек с бородой. А у меня какая-то была вещь. С кем я ехал? Не с вами? Вот когда он первый раз появился. Да. Он стоит около киоска, а мы садимся ехать в Барнаул. Я отдал свою сумочку, говорю, подождите, я вижу какой-то новый человек на вокзале, на перроне. Подхожу к нему. Дальше как было? Подойди поближе. Как подошел я к вам? Вы спросили меня, вы верующие? Я сказал, да. Ну, вы сказали, мы вот в том вагоне едем. Пойдемте вместе почитаем Евангелие. Я с вами пошел. И до Барнаула ехали мы, беседу. Вот. Да, до Барнаула беседовали. Ничего он про нас не узнал, кажется, только Инна знал, да? Да, да. Вы сказали, что... Да. Все, не адреса не знает. После адрес будет узнавать. Варвара Григорьевна скажет примерный адрес, он будет ходить по улице, найдет. И вот сегодня находится вместе с нами. За это время он будет посещать баптистов, ходить, но в конечном счете он окажется вот здесь. Неизвестно, что за человек еще, где он будет, но мы Бога должны за все благодарить. По сей день мы ничего друг другу плохого не имеем, только у нас как радость встречи остается каждый раз. Удивительно? Отношение Бога ко мне, а для меня что это означает, если я считаю, что моя жизнь на это и поставлена, чтобы хоть одну душу где-то найти, но я так... И считай, выше этого зато ничего нет. Ради этого Христос пришел на землю. Второй случай. Вот рядом сидит еще один человек, сказать. Саша. Приходит ко мне Таня Малыхина. Ее тоже кое-кто знает. Стали разговаривать. Я говорю, Таня, у тебя нет каких-нибудь таких знакомых людей, которые вот в церковь, может, не ходят, а Бога признают? Она говорит, есть один тут инженер. Недалеко. А где недалеко он? В каком районе? Да в Барнауле. Прям в самом Барнауле. Да тут не так далеко, может, пешком. Да ты что же молчала столько... Пойдем, так мне некогда. Я говорю, пойдем сейчас же, я все отложил. Я не люблю откладывать. Пришли к нему, встретили, тот он тоже здесь сидит. Как мы встретились, так не помнишь первый раз? Вот и наша встреча произошла здесь. Ну, а насколько это полезно, дальнейшее еще все покажет. Но только случайным назвать этого нельзя. Какие Господь нам дает через это благословение? Ну вот, те, которые здесь рядом со всеми, можно сказать, почти... Хотя слово «случайно» должно быть исторгнуто из нашего лексикона, но мы так выразимся в кавычках. Случайно, в кавычках, встретились. И встретились так, что вот не можем расстаться по сей день. Вот настолько любит нас Господь. Встретились сначала с ее мамой, вот сейчас сама она здесь сидит постепенно. Кстати, а вот как вот влияло вот обращение людей, с которыми вы знакомились, на возрастание вашей собственной веры? Ведь считаете ли, что... Именно оно вот это обращение других людей, служило возрастанию вашей веры в Боге? Или нет? Или ваша вера, как вот вы уверовали, она с тех пор никак не изменялась, она одна в таком же состоянии и находится? Вот у меня живет, так опять же скажу, Ромка, я по нем скажу. Но я вижу, так как все говорят, как он подрос, даже больше своих сверстников. Но не могу заметить, когда он растет. Но сказать, когда я сам расту, я сейчас делал на косяке заметки, мы ножиком друг друга мерили. Я заметки видел, а как расту, не знал. То ли вверх я рос, то ли вниз. А тем более духовно. Знаю только, что в вновь приходящих душах находишь утешение и подтверждение истинности, наблюдаешь ревниво за их плодами. Мне стала понятна одна фраза, пережита мною. Апостол Павел говорит, я снова в муках рождения, доколе изобразится в вас Христос. Это речь идет о тех душах, которые когда-то были верующие, обратились через Павла. а потом отступили. И вот, можно сказать, один из самых близких людей мной был послан в другое место для опыта духовного. Но этот человек недавно только стал укрепляться. И его там увлекли, я его отправил не среди православных посмотреть, как там люди подвязаются, а они так им занялись, а что он все оставил и перешел к ним почти целиком. И я это только отголоски слышу, что тот человек там. Вот здесь у меня была такая молитва, и день, и ночь совместились вместе. Сколько дней я не пил, или не ел, не спал, ничего не могу сказать. Вот пошлют на работе за гвоздями куда-то, а там идти как лесополоса. Ну, в степи строили. Я в лесополосе там как под солнце упал, меня никто не ищет, ничего, я целый час там плачу и молюсь. И за 1000 километров, примерно 2500 километров отсюда было, после тот человек скажет, вдруг внезапно с ним что-то сделалось, он не находит нигде покоя. До основания Господь потряс всю душу того человека, и та душа была возвращена. Но я испытал единожды вот это, в муках рождения быть, и сказал, не моему гнилому грешному телу испытывать апостольские муки рождения. Еще раз, Господи, Ты меня не найдешь. Еще говорят, вот эта радость во Христе, я только чуть-чуть отблеск ее ощущаю. Когда хочется сказать, не знаешь, что сказать. Вот весь мир радостный, малиновый делается. Ну, как это влияло обращение других людей, может быть, больше скорби, чем радости. Скажу вот о тебе. С тобой, может, сколько прошло время, как встретились? Уже 1,5 года, наверное. Уже 1,5 года. Ты вспоминаешь, как мы впервые с тобой встретились? Ну, конечно. Ну, пример, расскажи, вот как. Ну, это произошло в церкви. Как раз на Михайлов день, на Архангела Михаила. Я приехал в церковь, хотел причаститься, хотя совсем был не готов, а подошел к отцу Стефану. Но он сказал, что тебе сейчас нельзя, но во вторую обедню можно. Вот. Хотя я буквально 2 часа назад и ел, и пил все. Ну, я не представлял, что, как это подготавливается. Вот. Ну, а потом вдруг ко мне человек подошел с бородой и сказал, вы хотите поговорить? Я говорю, да. Ну, тогда выйдем. Мы вышли, не достояв. Вернее, я хотел остаться на следующую службу, но поскольку ранее закончилось, поэтому мы вышли. И пошли под Циолковскую даже мы пошли. Нет. Да, под Циолковскую, а потом свернули по линии, прошли до Радищева и по Радищеву прошли, мимо Баптистовки. Потом вы показывали на этот дом, что здесь вот встречаются баптисты. И вот пока мы ходили по городу, мы ходили целый день почти что. Вот. Ну вот я узнал и имя ваше, и вы рассказали немного о себе. Но самое главное, что вы свидетельствовали о Боге, мне рассказывали, кто такой Христос, зачем Он пришел на землю, как Он пострадал, что Он взял все грехи наши на нас. Помню, вы говорили, что сколько вот этих грехов нет, хоть 1000 тонн там, бочек и так далее, этого греха. Нет, все Он на себя принял. Причем не только те, которые мы совершили, но и будущие даже. Если у человека есть крепкая вера, то он спасется. Вот целый день мы ходили при ярком солнечном свете, и немножко снежок. Снег уже, по-моему, был. Да, был. И очень он запал у меня в памяти. То есть такой как... Не просто так вот в деталях он запал, а вот именно как яркий день моей жизни, что я в первый раз услышал о чем-то прекрасном. Что есть Господь и что есть цель жизни настоящая. Ну так вот. Ну а помнишь, как вот пошел в библиотеке, какую-то там свою диссертацию защищать, не хватало тебе материала, все-таки ты вот какой человек, а я тебе говорю, что всех книг не перечитать, и просто лишний мусор только на землю увеличишь. И вот такое осуждение пренебрежительное обо всей этой вашей грамоте, что вы книжные черви там книги портите, точите. Тебя как это тронуло? И меня оттолкнуло ли? Нет, я это тогда делал как-то по инерции больше всего. То есть у меня вот была инерция прежней деятельности, я должен был делать, до какого-то периода я должен был делать, пока я не понимал бы бессмысленность этого труда, абсолютную бессмысленность. А пока еще этой бессмысленности еще не было, я должен был закончить и дойти до какой-то определенной границы. Значит, я должен был сделать. Но вы еще искали библиотеку, я привел вас и еще сам сказал, что все это зря, это не нужно. И вот это настойчивое сразу требование, в чем меня часто упрекаешь, это не дает человеку созреть. Ну пусть он постепенно дает, постепенно. До другого года, может быть, она и платье подлиннее сделает, может, бороду отрастет, ну, года два спустя. Ну что ты с первого дня даже бритву у него отбираешься? Так у тебя эту твою диссертацию изо рта уже начал вытаскивать. С первого дня, пока дошли мы до проспекта Ленина. Тебя это как, тронуло или нет? Не оттолкнуло? Нет, не оттолкнуло, несмотря на такое явное, выраженное негативное отношение к моей работе. Ну, видимо, еще потому, что во мне уже это зрело какое-то бессмыслие, недовольство своей работой. Это, конечно, так. Но на самом мне кажется, такое вот отношение резкое, оно помогает человеку самому сформировать, как ни странно, подталкивает его быстрее сформировать свое отношение. Оно как вот в химических реакциях, катализатор. Потому что за человека все равно нельзя решить его судьбу, сделать его тем, чем он не может стать. А вот способствовать происхождению в нем процессов вот тех мыслительных, там вот духовных процессов можно. Вот мне кажется, такое определенно, ага, ребром ставить. Ты поступай так. Так, потому что так лучше, так мудрее будет. Они не по-другому, не как все остальные поступают. Это заставляет подумать, а действительно ли так надо поступать. И вот тут вот уже начинается, собственно, духовная работа. И если человек готов принять эту мысль, то эта мысль быстрее созревает, и он тогда начинает трудиться над собой. А если эту мысль не сформулировать ему сразу, а оставить его как щипку, путь, мол, куда его прибьет, посмотрим, да Господь, мол, сам укажет, куда им прибить, то разные ветры веют. И сегодня я, например, с ним нахожусь этот день весь, а завтра я опять оказался в собственной среде, на меня опять влияют уже другие люди, а я еще не успел сформироваться. Зерно только упало, еще ростков-то нет. И это горячее солнце может сжечь этот росточек, это зерно. Выветрить. Ветер может этот выветрить. Поэтому нужно именно такое вот мужественное ухаживание за душой человека. Я так понимаю. Так, теперь на твой вопрос я могу отвечать только, разговаривая лично с тобой. Как ты считаешь, ты сказал мужественное ухаживание за этой душой. Давай припомним хотя бы вкратце вот эту поездку. Мы поехали в Среднюю Азию, а потом поехали в Москву и обратно. У нас лично с тобой столкновения были? Да, дважды. Дважды. И вот в этих столкновениях пойми, что если бы я тебе потакал, то, может быть, в этот момент тебе было бы и приятнее, и аппетит лучше в этот день был. Но когда больше пользы, ты остался при тех же мнениях. И на это время я буквально с ножом напал на тебя, отрезать начал от тебя целые куски. Теперь уже, вот, оглядываясь назад, как ты рассматриваешь? Я думаю, что такие стычки, если можно так выразиться, они просто необходимы, потому что они заставляют человека пересматривать, мыслить, духовно образовываться. А иначе человек в покое, когда он пребывает, он засыпает. А его нужно постоянно встряхивать. А мы друг друга делать по существу не умеем, потому что плохо друг друга знаем. У вас, вы как-то вот видите очень хорошо человека, что ему не хватает, какие у него слабые стороны. В данном случае вы увидели, какой у меня здесь недостаток. И что мне, с чем мне болезненнее всего расстаться, с какими-то моими устоявшимися мнениями, привычками такого интеллектуального характера. И вы сразу решили, как говорится, оперировать здесь. Операцию здесь решить. Да, именно в этом плане я бы точнее выразился. Да. Мне кажется, это мне очень помогло, вот это, именно такое вмешательство. Так, давай перекинем на слово операцию. Как ты считаешь, если вот человек, который является тренером, магнитом мысли тот, который учит другого, он является тренером, чему-то ему учит, или является врачом, то делая вот такие маленькие, а ведь это незначительно, что тебя было отрезано. Ты еще не на высоком духовном уровне. И делай только маленькие такие операции, как учительница, которая учит каждого ученика. Это с тобой началось, с тобой? Да. А, Б, В, Г, Д. И я делаю операции, как гнойники разные разрезать. То врач, который это делает, он растет как специалист или нет? Или учитель, который только учит учеников А, Б, В, Г, Д, и каждый год до 10, а потом возвращается уже до чего-то, опять первоклашек набирает. Такой учитель, растет ли он или нет? И нет ли у этого учителя желания встретиться с кем-то по силам, где-то там у института совершенствования учителей, самому где-то повыше быть, и времени никогда не хватает, опять новый набор идет, и опять приходится, как вот инспектор или инструктор учит все время водить машину. Он тысячу раз это все знает, а ему некогда самому проехать на скорости 150 километров, а только учится, если на 5 километрах руль вертеть. Так растет этот свой инструктор или нет, этот учитель, этот врач? Так, в вашем вопросе уже выключен ответ. Он риторичен. Так, ну а теперь, если повернуть на духовное, мы должны понимать, что это именно и необходимо. Нельзя рассуждать о большем, пока не будет положено это. И нужно сказать, что мы, может быть, с большим должны уважением смотреть на тех учителей, о которых поют «Учительница первая моя». Нигде они поют о 9-10 классе. Насколько трудно вот этому толмачу, бестолочи. Она еще чурка с глазами бегает, ничего не знает. Вот ей это и вложить. Это самый-самый первый момент и самый ответственный. Какой будет фундамент, как в него будет заложено, как он будет любить вот этот лепесток. Или нарвет целую пачку цветков, принесет эта девочка, это мальчик. Или научить его только склониться, понюхать и не рвать. Увидеть гнездо, только обойти вокруг и вдали глянуть, или рукой залезть, пошевелить эти яйца, которые птица бросит. Так вот, мне в основном, как баптисты сказали, говорят, это чернорабочий, все время приходится здесь. Встречаясь с батюшками, может быть, до обеда только побыть, не всегда отобедать. И разойтись может навсегда. Сказать то, что он никогда не слышал. А мне так хотелось бы тоже ведь отдохнуть, побыть у него, понежиться, хоть с архиереем по-хорошему говорить. Но думаешь, это последний день, речи никогда не повторится, а этот человек делает неправильно, от него зависит спасение, может, сотен тысяч душ. Что значит моя жизнь, когда я Богу все верил? И ты скажи, расту ли я духовно, как себя чувствую? Страшно чувствуешь себя, ни сна нету, а сердце-то оно одно, не два. Тело изнывает, оно сгорает. Я скажу, что никто, никем себя не считаю. Но когда еду казахстанскими степями к родным, вспоминаю бредущего с посохом апостола Павла, старец. И он понимает, сколь великое дело приближит нации необращенные, народ и ученики, слабые, немощные, из них восстающие лютые волки. Может быть, только отголосок, тень, маленький дымок оттуда и на меня пахнул. Мне эти болезни близкие, я их переживаю. Даже вот уходя в прошлый раз в заключение, я перед этим часто повторял фразу, друзья знают, кто вас мирить будет, когда вы поссоритесь? Я ничего не могу сделать, но помирить Господь дает возможность. Так было говорено? Так. Так, ну и когда я уехал, все-таки вспомнил об этом? А так и случилось, конечно. Мирить было некому. В первый же день все попереругались и стали друг на друга сатишить. Понимаешь, нет? В мелочи, кажется. Вот апостол Павел тогда все это видел. И говорит, все ищут своего, все оставили меня, остался один Тимофей со мною. Ну, у него ли были не ученики? Да что говорить, у Христа разве не были ученики? И только благодаря знакомству с архиереем один Иоанн только ко Христу прошел. Никого нету, нигде. Вот это вот мучение испытываешь все время. Но вот в этом-то как раз духовная радость, что этой дорогой шел сам Христос. Сказать, духовно растешь или нет, я не могу говорить о духовном совершенствовании, но скажу об опыте. Иной раз приходится повторять так. Опыт дает Господь настолько большой, и каждый день ждешь звонок. Вот когда достиг, кажется, того, к чему стремился, время закончилось, уже пора уходить с земли. Как-то чувствую, как будто мне должно уйти раньше. То есть человек после 70 лет, при большей крепости 80. Я никогда не думал, что я доживу. Почему-то думал, что я уйду раньше. И вот сейчас Господь дал опыт работы с людьми. То есть поговорить с человеком, не быть таким резким, вот, как в первые дни у меня было. С других стихов подойти по Писанию. Вот опытность больше появляется. Сказать, что больше радости нет. Во многом знаний, говорят, много печали. При больших детях больше огорчения. Ну, у тебя один сын, да в тюрьме. Ну, и вся и печаль. Один сын, если да при тебе, вся твоя радость. А если 15 детей, спроси мать, как тебе дети? В радость или в печаль она не сможет ответить. Скажет радости, она радости едва ли вспомнит, печали переполнено все. Но дети растут, и от них получают пользу другие. Но духовные дети из этих страдают еще больше. Вспомни всех на молитве, как он растет. А кроме того, думаешь, дитё ли, не выкормишь или я прикормил рядом, не зверя ли пригрел на своей груди. Мне говорят, ты слишком подозрителен. А я говорю, недостаточно подозрителен, потому как написано, Христос говорит, остерегайтесь людей, ибо они будут предавать вас. Что за люди? Вот я встретился с ним. Он-то вошел ко мне в дом, он видит, у меня дом, жена, и, говорится, полон дом добра, даже по внешнему сказать. А я его не знаю, говорит, а Ванька с ветра пришел, я ему хоть Пушкин, хоть Лермонтов его могу назвать, кто ты такой? Откуда? А речь идет о духовном, не специально тебя забросили, какие органы. Не от этих ли ты пришел, друзей, не кумлик я подослал сюда. Когда я тебя узнаю, да не поздно ли будет, когда узнаю, а я тебя на улице раз за два встретил, а что это за встречи? Мне хочется тебя в круг друзей вести, я беру ответственность целиком на себя, ведь ко мне такого приводит на дом, был такой Саша Долгов. К великому сожалению, его нет здесь. Этого человека я нашел уже у себя за столом. Ген этот, который солдат приходился, с лыжками-то, молился. Он один только день у меня пробыл за столом, до половины обеда он у меня добыл за столом. А мне говорят, этот человек такой верующий, целую пачку свечей берет. А я ему тоже сказал за столом, говорю, ты совсем не верующий. Тебе дали, я говорю, задание, и так, в круг верующих, и ты защитить должен дипломный проект свой. Вот как в доверие входить верующим, как вот в их среду войти, разузнавать, предавать. Это тебе дано дипломное задание. Это было достаточно, чтобы он полностью вышел. И уже на следующий день его видели пьяным. А уже сколько месяцев ходил, молился в церкви, с верующими, к священникам. Все его принимают, все знают, всех называют. Увидеть как. Иной раз вот, ты стоял когда впереди, я тебя видел только сзади, в затылку. Ну, скажу, здесь благодарение Богу, отношение Бога ко мне. Господь дает дар этот, может быть, или от волос, от дара прозрения, в некой такой сумрачной форме, видеть, что это за человек. Считаю, без этого священником нельзя даже быть, чтобы кого попало не допускать до причастия видеть. А когда видишь, что потоком идут люди, вот это скорость и печаль. Вот я тебя увидел, я тебя и до сегодняшнего дня не знаю. Но, скажем, мне открывается больше и больше. Ты учишь, что я работаю двойственно, тот или не тот. И вот давать ему два блюда, каждый раз, две ложки, два стакана, с каждым так. Когда человек все это пройдет, я тогда начинаю тогда уже двойную порцию ложить, или как 5 порций вениамина, только на одну тарелку, ты тот. А пока до этого времени, представь мое положение. Я с опаской его ввожу в дом, с опаской даю ему все слушать, не туда ли он каждую носит. Не каждую книжку он на проверку несет туда, к куму. Свата там ждет, у него в руках что-то есть. Приходит ко мне такой-то Гена Яковлев, кто 7 лет на комсомольской работе. Двоюродный племянник Суслова из Центрального комитета партии. Вот такой человек в дом ко мне вошел. Как с ним относиться? Все его баптисты, которые знают, и говорят, это предатель. Узнает все, это самый настоящий предатель. Я должен им заняться. И я его проверяю на самом ответственном деле. Доверяю читать масонство. Лучше чтеца вижу, по сегодняшний день было бы не найти. Этим чтением он отрубил вход туда, если он кем был. Он связал себя, вот такой шаг был сделан. Перед ним открыли глаза, он в ужасе шарахнулся от всех прежних своих хозяев. Открылись его глаза, кто они такие, кому они служат, идут туда. И кроме того, он отшатнулся от сектантов одной работой. Но это сделал я даже не по интуиции, нет, меня это зависело. Материал я 14 лет собирал, готовил. И в это время уже стал в чистовике все делать и искать кандидатуру. Кто будет читать? С помощью мне, никого нету. И мы с ним встречаемся внезапно, представь, с таким человеком. А теперь в алтаре служит, по милости Божией, Бог знает, кем он будет. Вот вполне радость моя или нет. А после придет время, он сделается еще самым ярым противником на меня. При всех нападать будет. Хотя в моем доме ему истина вся открылась. За моим столом, хоть и через меня, но хоть через мой стол, может быть. Так? А он остается прежним для меня. Он-то не знает, что, кем он для меня. И он знает, кем я для него, а с собой не совладает вообще неуправляемый человек. Но какой бы он ни был, но он твой сын. Вот он сидит рядом. Где он нашелся? Какой подкидыш? Кто его знает? А сколько он доставил мне радости после этого или печали? Радости-то я могу по пальцам перечислять, а печаль такую, да, что я не знаю, куда. Сегодня меня за него заберут или завтра. Отмочит, не знаешь, с какого конца начинать сушить. Вспоминаешь маленько? Да. Вот. Было. Так. Я ей не говорю, давай, предположим, на два варианта. Ты тот, или лучше так, не тот. Ты подосланный. Ты знаешь о верующих, что это враги Советского Союза. Они ждут разрушения государства, ждут Гитлера, тут может кому замуж выйти за фашиста, что? По-вашему, скажем, все эти верующие мракобесы. Но кто-то должен тебе показать, что это не так. Я тебя принял. Я тебе оказываю, как врагу честь напоить и накормить. Я тебя возвестил в истины Божией, на суде ты не будешь иметь ответа. Я сделал это во имя Христа, не знаю тебя, зато он говорит, не знаешь, прими его, если ты точно не уверен. Я точно не уверен. Я ошибся? Нет. В любом случае я не ошибся. Но если ты тот, это единственная возможность, а он уже отчаялся в спасении, это последний для тебя шанс, и я оттолкну, то мне всей жизни не хватит загладить эту вину, поэтому я тебя принимаю. Это я говорю каждому. Тебе. Принимаю. Ну как его принимать? Отец там милиционер, как тебя принимать, когда неизвестно, с кем ты там встречаешься, какие у тебя квартиранты, безбожники. Может, каждое слово незаметно вытряхиваешь и все выносишь. Я этого не знаю. А когда подумаешь, а кто я? А как ко мне относятся другие? Поэтому, ладно уж, заходи. А сколько нам благословенных минут Бог давал? Как какое где дело делать? Легко оно делается, друзья. Ты умер, но тебя есть кому помолиться. А иные говорят, а так у меня друзей нет, даже и умру, вот помолиться некому. Зато за это ты и ответишь, что живы друзей у тебя нет. За то, что у тебя нет друзей, за это ты уже гиенны достоин. Я хвалюсь сейчас, с кем? Хвалящийся хвалить Господа, моим Господом, что Господь наполнил лук, это колчан мой, стрелами, сыновья твои, говорят, как разросшиеся ветви будут вокруг тебя за трапезой, как я сейчас смотрю на вас здесь, все. Старые, молодые, сыновья тут. Кто, кем для вас является, но вы все для меня, вот как родные сыновья и дочери. Радость для меня в этом? Да, радость. Но каждый раз слышу, как вы блуждаете где-то, бьетесь лбами, вдруг как эти козлята на переходе, друг друга сбрасываете в речку. Чего-то не можете правильно сделать, и чуть что, а вот не так-то в церкви, там, которые к церкви пришли, а вот у нас там было лучше. Но это всегда в Египте было лучше, там и репчатый лук остался, особенно кто лук сеет, они всегда его вспоминают туда, тянут. Помните, так каково слышать это все? Так? В этом и печаль. А как наблюдаю я за собой? Расту ли я духовно? Не знаю, не могу сказать. Говорит, пусть тебя, говорит, другой язык судит и скажет. Скажу, что опытность увеличилась. Думаю, что почти до вершины доступны мне. И по возрасту мне уже 41 год. Считаю, что да. И имею опыт передать другому. Подход к разным людям, с какой стороны подойти. Вот отношения с властями, с церковными, с вышестоящими, установленные благополучные связи. Но как это перед Богом? Перед Богом не труд, может быть, мой нужен, а моя первая любовь. А я чувствую, первая любовь моя та, она у меня ушла. А Господь говорит, имею против тебя. Я вспоминаю, как я тогда бежал на молитву, а сейчас я, наверное, жертвую молитву, мне некогда. Меня ждут люди, у меня непогода. Ты видишь, грохочет гром. Ты слышишь, ну, как он гремит, как ты и тучи черные. А у меня сейчас в буртах хлеб лежит. А там в городе люди погибают. Собирать некогда. Помолите. Благослови Господи, я бегу с лилами, хватаю грабли. Кручу этот клеветон. Некогда мне. Там идут люди, хлеб надо вовремя убрать. Вот такое мое сейчас положение. Мне арест, меня окружили со всех сторон сейчас. Сегодня, завтра. Я даже единую минуту о себе не вспомнил, как я буду. Я радуюсь, не лукаю перед Богом, я радуюсь аресту этому. Только думаю, не погиб бы хлеб, только бы дети остались насыщены, только было бы у всех одеяние. И все знают, чем мы занимались. Скорее, в последнее время, при дверях уже стоят у нас машины. Брат, скорее, только успеть отправить весь хлеб, чтобы люди получили, радовались. В этом печаль, да, печаль, трепет, все перегорают внутри. И вдруг все удалось, радость. А радость тихая, спокойная. Как это перед Богом будет? Не измени, Господи, излишней суетливости. Каков мой тут труд? Ожесточившийся священник. Идешь к нему. Примирение, радость? Да. Я снова пришел, ты знаешь, склонились мы и говорю, благодарю тебя, Боже, что я верующий, что даровал ты мне этот чудный дар веры. Я бы знаю, что на меня такую клевету говорит, никогда не пошел на примирение. Я все это принял как венец. Почему у меня в руках златоуст? На тебя клевещут, вот это твоя награда, если ты не обиделся. Благодарю Бога. Меня били, меня толкали, ни на одного человека на земле, не имею ничего. Хотя есть люди, враждующие на меня. Радость в этом? Да, это победа. В первые дни, может, я бы не сумел этого сделать. Это духовный рост? Да, это духовный рост. В этой только области. А в вопросах, где плотских вожделений, похоти, гнева, в невоздержании говорю слова, которых невозможно даже и слышать, они не ругательные, не те, которые не цензурные. Но можно и простыми словами так человека урезать, не один месяц будет кровоточить. Я не могу от этого избавиться. Что это? Это ветхая, может, природа, может быть, темперамент тот самый. Может быть, он мне не раз на пользу сослужил, да я не знаю, где от него вред, все еще не воздерживаюсь. Где можно было бы не резать, а я еще возьму да и резану на всякий случай, а там живое место оказалось. Не знаю, как тебе вот это понятно, считаю, тот меня поймет, что хоть небольшой труд ведет над кем-то. Вот некоторые не понимают, я ему говорю, вот тебе вопрос, над какой душой ты трудишься, где твое дитя? Есть хоть один, который пришел через тебя, над которым ты трудишься, наблюдаешь духовный рост, или узнаешь, что про тебя говорят, вот, например, ну, сестра сидит, Ксения Степановна, мне говорят, вот Гена был, ты знаешь, как она против тебя, она всех от тебя отталкивает, она натравливает буквально. Я запрещаю говорить. Прошу свидетелей услышать. Так говорю? Да. Всем до единого. Я запрещаю мне это говорить. Это мой человек. Мы с ним в самых лучших отношениях. Ты знаешь, она всех людей говорит. И им говорит. Да что это отцы? Надо то другое. Там что-то вы, Игнатий, то другое. Я говорю, ни разу не слышал. Она на меня не говорит. Она при тебе не говорит. Она лукавит. Она двоедушно поступает. Не хочу слышать и не хочу в это верить. Вот мой ответ. Какое мое к ней отношение? Я чту как сестру, которая перетерпела много, для меня эти люди всегда в почтении. А остальное, может быть, где-то она что-то сказала, но не больше, чем я против нее когда-то говорил. И не больше, чем я против кого-то говорил. Поэтому я могу быть, не обижая никого и себя, снисходителем, так как очень виновен против других. Много говорил поза глаза. Прости, Господи. Если она это сказала, опять надо разобрать, почему она сказала это, каким людям. Так она скольких людей отвратила от православия. Гена на квартире у нее жил, где он? Бороду сбрил мне на ему сказала, что ты бороду носишь. Для чего? А я на это говорю, а почему она сказала? Ведь она ему сказала, ты бороду носишь, а какие твои дела, что ты бородой прикрываешься-то? Я говорю, она помогла изобличить его лицемерие, поэтому он сбрил и ушел в мир. Она выявила лицемера, что ему зря околачивать около верующих. Блудник прикрылся бородой, так в блуд и пошел. Другой напишет здесь, она ему говорит, это человек, прямо сказала, и им. Я говорю, только ждут, когда подадут лишнее, в рот положат, а не то, что по-настоящему верующие. Я говорю, она прозрительно вперед видела, и все так и исполнилось. Какое она зло принесла? Кого увела от православия? Покажите. Да нет, никого нигде нету. Я это говорю, разговор, который у меня неоднократно продолжался с людьми разными. Мне легко. Это, я считаю, это тоже духовное, может быть, хоть не рост, но некое просветление, хоть одного уголка у меня темного сердца. Раньше бы я этого не сказал. Здесь очень большую помощь мне оказал отец Дмитрий, мой духовный отец. Он дал мне наказ. В людях, самых негодных, старайся найти доброе. И вот этим добрым старайся объяснить то, что ты видишь недоброе. Может быть, от неумения это сделал человек. Кто сказал? По невоздержанию? Вот как сказать, духовно это, рост или не рост? Но если ты не трудишься, ничего у тебя не будет. Вот сестра вздыхает, а чего она? От того, что она спит всегда. Я ее облегчал за это, так? Да. Так. Тоже встретились, баптисткой была? Да. Так. Ну, встретились, нашли друг друга? Нашли. Узнала истину? Узнала. Пожалуйста. А сколько она от меня плакала? Ты говорила, что ноги ко мне не положишь? Говорила. Понимаешь, нет? Она ушла, а я думаю, ах, не перебрал ли? Ах, не лишку ли? Скромность излишняя, как у девицы тоже. Она тут знаешь, как сейчас думает. Быть строгим не привыкли, больше не придет. Быть слишком доступным, он и ценить не будет. А здесь за каждую душу буквально сватаешься. Как поступить? Строго или не строго? Но думаешь, надо поступать ради Господа. Апостол Павел говорит, что мы старались во всем поступать без искажения. Как? Как, говорит, дал Бог. В Боге, во Христе. Ради Иисуса. Ради Бога сказать. Говорил против, у всех прошу прощения сегодня. Даже кому вслух не высказал, перед Богом это. Да, говорил, язык мой, враг мой. Прошу прощения. Но сейчас хорошие у нас отношения? Да. Но если бы я тебе это не говорил тогда, были бы такие отношения? Может, не были бы. Понимаешь, Кир? Ну, хоть маленько ты просыпалась иногда, когда я тебя убил? Конечно, конечно. Но я вначале была не согласна всегда. Это был спор, когда уходила, по дороге рассуждала, кто я такая, кто обо мне позаботился, кто мне сказал, ведь никто, все только по голове гладили, говорили, ты хорошая, вот какая ты была хорошая, встречает сейчас, ты, говорит, такая сестра была духовная, а теперь что с тебя стало? А я думаю, я тогда в себе ничего не видела, Я считала себя хорошей, а теперь грех открывается, открывается, открывается. Я вижу себя вот такая негодная. Все мне это открывается. И стараюсь я, конечно, избавляться по милости Божьей от всего этого негодного. А раньше я бы не избавлялась, так бы осталась. Я святая, я уже... Вот Христос придет, и я придет меня. Считаю, что когда я говорил, что хочется встретиться с человеком таким, который бы откуда-то был, и с ним бы, чтобы была встреча, чтобы насладиться так, ну, не возвышаясь, что ли, ни перед чем, и ни перед кем, сказать, чтобы он отдельно был, и был, но не в начатках учения, вот как вы все приходящие. Вы, может быть, все уже в 100 раз выше и меня сейчас, я этого не могу увидеться. По слепоте или по себе любите. Но думаю, где бы такой человек встретился? И вот однажды приезжает архиерей наш, архиепископ Гедеон. Ну, а у меня ничего же нету, что там. Я переплел книжечки, а если назвать там переплет, это все грубо, это такое. И решил я их всех одарить этим своим трудом. Пришел и кому-то вот отдать. Ну, жди. Вот обед у них продолжается 1 час, 2 часа, 3 часа, все обедают. А я все на заваленке сижу. Вот уже оттуда вышли все гости, сидят там в зубах, ковыряют, я все сижу. И наконец уходит, уже теперь оказалось и некогда вечерне. Тогда отец Николай уходит, я говорю, вот я принес тетрадки и чистые, хотел кому-то подарить бы тут архиерейским этим, которые служащие, там, ну что может записывать, там поминальники разных калибров напереплетал их. Это мой труд, и я не знаю, чем угодить, вот, как другая, то варежки, то носки бабушка дарит. А отец Николай, выходя, уже ему некуда, ему надо за архиереем скорее спешить, там встречу устраивать, там хлеб, соль, крест вынести, все как положено. А он тогда назад оборачивается, а вон там идет секретарь его архиерейский, ты с ним поговори кому. Это отец Александр будет идти. В дальнейшем, я думаю, что тот, кто меня туда направил, может быть, не в тысячу раз покаялся, что туда направился. И вот он, отец Александр, он меня тоже не знает. Первый раз. Я говорю, вот, батюшка, я тетрадки принес, не знаю кому. Ну, а куда что с тетрадки? Взял, посмотрел, да, ну, может быть, кому не сгодятся, все-то тоже спешит. Я говорю, да я и хотел с кем-нибудь с вами поговорить немножко. Поговорить? Ну, ты останься, после службы мы поговорим тогда там. Я его жду во дворе, и вот мы вышли, говорить негде. Это стоит архиерейская машина. Мы в нее залезли, и там старый говорит. Но он, видимо, уже обо мне слышал, так как теперь мне сказали, не было ни одного обеда архиерейского, где бы тебе не посвятили одну главу. Всегда до единого обеда посвящается какая-то часть времени о тебе разговор. Потому что приезжающие батюшки отсюда спрашивают, отвечают. Один раз архиереи тоже задавали, ну что за человек все-таки, как нам с ним обращаться? Батюшка один, говорит, так ответил, как, это, архиерей ответил, в общем, говорит, такой же, как мы, только водку не пьет. Так-то вот так вот, говорит, то есть ни в ту, ни в другую сторону. А вот этот раз, когда мы с отцом Александром беседовали, я могу только за него отвечать предположительно. Видимо, что-то у него дрогнуло. Может быть, даже он испугался этого разговора и сказал так. В общем, я, говорит, скажу, как о тебе все думают, что этот человек не наш. Хотя понял и согласился мне, но испугался, я понял, что он вслух сказать это, и говорит, я скажу им так, я говорю, это ложь. А как же ты думал, говорит. Я говорю, а у нас принято лжи не говорить, а ложь от дьявола, называем места Писания, и я говорю, вы можете сказать, что вы меня не поняли, потому что вы, в самом деле, до конца еще не выслушали. Ну, этот вариант тоже, говорит, подходит, ладно. Но я почувствовал, что-то в этом человеке совсем не то, что в других батюшках. Что-то вот есть особое недоговоренное, или он боится, или чего-то. А нельзя ли с вами встретиться? Он говорит, завтра я к вам пришлю человека. А у него был служащий, там теперь он, говорит, батюшкой тоже служит. Гена Вазан. И он его отправил к нам с ночевкой. Он у нас побыл, мы его проводили. И проходит какое-то время его направляют служить в Болотное. И направлять должны. А он сам еще за секретаря архиерейского. И письмо написали, приезжайте, можем встретиться. И я тут взял несколько человек, мы с ним приехали. Так вот эта вот встреча на меня так подействовала, что я сказал, исполнилось то, о чем я молился добрых 18 лет. Вот такая это была встреча. Мне рассказали близкие люди его, когда он пришел, мы, говорит, на него это тоже так повлияло, что он, говорит, бросился в слезах, говорит, перед иконами, говорит, и очень сильно, говорит, плакал, что для него открылось в этом разговоре, в этой беседе. И мне показалось, что я с этим человеком родился вместе, я с ним рос, хотя я с ним ни одного дня буквально не был, только пробыли мы с ним, может быть, один день. Я не могу все сказать, могу только вот это похвалиться моим Господом, что Господь слышал мою молитву, чаяние с таким человеком встретиться и побеседовать. Ни единого вопроса я не нашел, чтобы мы разные понимали. Ни единого, только что он, я, говорит, связан вот этим станом, вот я не могу сделать здесь. И я понял, что против него я совсем никто. никак, не равняясь. Это человек, ну, сказать, имеет степень богословия, там, кандидат богословских наук, кончил семинарию академии, там, отличник, имеет похвальные там грамоты от, не знаю, от архиереев или от патриарха, видел я у него на стене висят, за проповедь. Считаю, что, может быть, и в Сибири такого проповедника больше нету. Это талант с большой буквы. От рождения, говорится, призваны на это дело. Несмотря на то, что особенно вот в последнее время там вот его во всем и люди, и враг мешают трудиться. Но вот эти вот благословения, отношения Бога ко мне, что ты говоришь. То есть самые такие сокровенные чаяния, что я хотел, как бы где-то бы мне выйти, вроде тоже охота, порезвить, а ну-ка, ребятушки, силой померимся где. Или найти брата себе. И это желание Господь давал. Давал достойных противников, о чем я молился. Свидетельство и кому подойти, вот это где. А в этом для меня высшее счастье есть. Ну и остальное, что сказать, самое ближнее, это у тебя вот речь хотя бы о жене вести, то могу сказать, что уж по образу и подобию твоему больше никто не будет подходить. И каждый, кто не женат и думает жениться, хочу сказать, не бери готовое, а трудись сам, когда ее подготовишь, чтобы она понимала все так, как понимаешь ты. Только тогда может быть что-то. Могут быть и неурядицы в житейских делах, и все это в мелочи где. Но самая основа, суть, будет то, что должно быть. Что тебя нету, дело не будет останавливаться. Что ты понимаешь, она понимает так. Ни единого вопроса богословского для спасения души разно понимать не будете. Дай Бог каждому в этом вопросе иметь счастье. Или иметь такого друга, а если женаты, чтобы она так понимала, думаешь, жениться, чтобы она так понимала на будущее. Скажу, что в этом вопросе меня тоже Господь благословил. И может потому, что не молчал. Отсюда вижу, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот отношение какое в этом Бога ко мне. То есть Он слышал мои молитвы и отвечал. Почти не знаю молитвы, на которые бы Бог мне не ответил. Ну а поэтому я не хочу и надмеваться здесь, а считаю, что это исполнение сказанного Христом. Воззовешь ко мне, и я услышу тебя. Ярые враги были, по-настоящему истинно есть с кем помериться силами. Среди духовных и недуховных мне, они, Божьи, может быть, лучшие друзья, мне. И Господь все смирял, где меня перед ними смирял, где них, и все приходило в примирение и согласие. Благодарю Бога. Это о многом, что я говорю, тут догадывается, кто есть, кто видел, кто слышал. Это понятно? Ну, я раз с этого начала хочу сказать, другого пути я не знаю, и желать другого не могу, а что сам испытал, тем и делюсь. Дай Бог каждому понять, о чем я сказал. Трудиться на этой ниве, иметь духовных детей, и чтобы вместе с ними быть в Царстве Небесном. Ну, а такую мечту я не оставляю. Думаю, спасти. Спасибо, Христос. Свобода всем дана стать орлом. Придумал сатана тысячи теорий и идей, чтобы подчинить себе людей. Бог дает талант, а ты трудись. Остальное пусть рассудит жизнь. Сколько и чего ты приносил? Не ленись, трудись по мере сил. Присмотрись к поэтам и певцам. Арии, сонеты, но кому? Присмотрись и убедишься сам. Только не Творцу, не самому. Для земли мир и страх.